Ну и, конечно же, еще одна причина его присутствия здесь. Вы знаете, что на Каспийском экономическом форуме, который впервые состоялся в этом году, был в Туркменистане, было принято решение, что следующий Каспийский экономический форум будет в Астрахани, будет в 2021 году. И Астраханский государственный университет будет одной из площадок для обсуждения научно-образовательных проектов в Каспийском регионе и в макрокаспийском регионе, потому что Каспийский регион – это не только пять стран вокруг Каспийского моря, но это и вся Центральная Азия, это Юго-Восточная Азия, это все те страны, которые заинтересованы в развитии и транспортных коридоров, и многих проектов, связанных с нашими странами. Поэтому еще раз большое спасибо за возможность выступить. Очень интересно здесь пообщаться по нашим совместным проектам. Спасибо. Еще можно задам вопрос, а когда будет в 2021 году этот форум? Точные даты не определились, но я так думаю, что летом будет, пока только правительство России объявило, что 2021 год, Астрахань, дата будет ясна уже. Я к чему, Александр Михайлович, видите, у нас и проблема 2021 года решилась, поскольку мы тоже там занимаемся организацией, как я уже сказал, нескольких конференций «Наука без границ» в 2020 году, она будет в Баку, поэтому 2021 в Астрахани уже там можно в рамках Каспийского экономического Алексей Сергеевич, как хорошо встречаться на форумах. Знаете, мы узнаем много интересного друг от друга. Значит, в октябре 2020 года в Баку будет форум, научный форум пяти прикаспийских стран. И вот мы только буквально позавчера наметили вместе с нашими коллегами, он проходит патронатом президента Азербайджана. В этом году как раз были там эти вот вопросы и при поддержке администрации президента нашего. Поэтому нам обязательно надо будет после этой сессии встретиться, состыковать одно с другим. Очень интересно. Спасибо. Спасибо всем. Но еще раз, не буду напоминать всем, что мы на Дальнем Востоке. Это все помнят. Алексей Юрьевич Озеров, директор Института вулканологии. Сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии. Алексей Юрьевич, вам слово. Вот вы как, ну не знаю, в какой-то мере хозяин этого мероприятия. А вот где вот те там, собственно, острые, неострые моменты или там спорные, неспорные вопросы? А что вот там нужно все-таки сделать для того, чтобы это международное научно-техническое сотрудничество со странами АТР развивалось интенсивно? Благодарю вас, Максим Сергеевич. Thank you, Максим, за вводное слово. Уважаемые коллеги, я полтора дня нахожусь на форуме. Меня в целом радует ситуация, которая здесь звучит. Прекрасные разговоры про инвестиционный климат, преференции, торы, недропользование, научные проекты более положительные, более отрицательные, даже цифровые города. Все прям замечательно. Только нету таких немножко настораживающих ноток, которые должны прозвучать, наверное, потому что страны азиатского тихоокеанского региона находятся в пределах самой сложной, самой высокодинамичной и самой опасной геологической структуры, которая существует на нашей Земле. Эта структура называется Тихоокеанское огненное кольцо, об этом вы все слышали. Но теперь немножко по деталям. Тихоокеанское огненное кольцо – 80 тысяч километров. Самая протяженная структура на планете. 80% очагов землетрясений. 80% извержений, 80% цунами, 80% и 1/3 населения. Население отсюда никогда не уйдет. Область перехода океана в континент или континент в океан всегда самая вкусная. Здесь все останутся. Но вопрос заключается в том, в каком виде они останутся. И здесь есть настораживающие моменты, и я их перечислю. Ну, давайте начнем с извержения. Я вулканолог. Извержение вулкана Кракатау. За раз 200 тысяч жизней. One eruption, 200,000 people died. Землетрясение в Китае, 1976 год. 225 тысяч жизней. Даже Суматра, вы все это видели по телевизору. 2004 год, 250 тысяч жизней. Ну, давайте сопоставим это с войной в Вьетнаме. Многие из вас в этом уже существовали.
300 тысяч жителей. Поэтому мы находимся в зоне, где реальная природа такова, что это как война. Is like a war. Локальная, может быть, не самая local, большая, но это война. Вы знаете, что в войне надо победить, надо к этому готовиться, потому что вариантов не будет. Давайте сделаем шаг в будущее, so, или два. Никто же не исключит Фукусиму из вас, правильно? Ну или другие процессы. Поэтому одна из важных вещей, которая существует в научно-техническом сотрудничестве, это реализовать научно-техническое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, находящимся в пределах Тихоокеанского угла. Задача заключается в том, чтобы мы использовали те технологии, которые сейчас существуют, мы использовали те возможности, которые как природные, так и технические всех этих стран, для того, чтобы попробовать противодействовать тем негативным процессам, которые может вызвать природа. Институт вулканологии — это, конечно, передовой институт, вы понимаете, потому что мы сделали установки, искусственные вулканы, которые имеют высоту вертикальные размеры шестиэтажного дома. Мы сгенерировали новое представление о том, как изучать вулканы и создавать вулканологические, вулканологические автоматизированные комплексы, которые надо устанавливать на вулканах для того, чтобы понять, что происходит внутри вулкана, какие сценарии его последующей деятельности будут реализованы и какова опасность тех процессов, которые на население, окружающие и находящиеся вдалеке от этих объектов. В настоящее время мы начали переходить к процессу моделирования землетрясений на крупногабаритных установках. Что хочется? Хочется вот то, что я сказал, вот этот условно назовем его проект, я потом прочитаю, как он будет называться, разбить на две части. Первое, так как я нахожусь на Дальнем Востоке, мне было предложено как хозяину выступить Дальнего Востока, поэтому как северный хозяин, я предлагаю проект. Большой международный создать проект, разбить его на две части. Первое, я не буду сразу переходить на крупные проекты. Предлагается сделать первую часть — это дальневосточную составляющую. У нас есть самые активные. Все, когда говорят «горячая точка на Земле», все думают про Гавайи. В крайнем случае, про Исландию. В крайнем случае, еще про что-то. Никакого отношения к истине это не имеет. Самая горячая точка на Земле в вулканологическом плане — это Камчатка. 28 активных вулканов. И вот горячая точка. 3-7 извергается ежегодно. Дальше идут ниже Курильские острова, 40 вулканов. Последнее извержение на Курильских островах происходило 22 июня 2019 года. Шлейф протягивался на 1000 километров, и суда, которые находились в регионе, поняли, как днем наступает ночь. And after the eruption, Сахалин, это тоже наш регион, Дальний Восток. Нефтегорск я напоминать всем не буду, потому что все-таки помнить об этом надо. Второй этап — это международное сотрудничество. Уже со всеми этими определенный положительный опыт, предсказания, исследования вот тех процессов землетрясений, извержений и цунами, можно переходить к нормальному международному сотрудничеству. И в таком, чтобы это прозвучало у нас уже более конструктивно, я предлагаю внести в протокол проект, который должен называться «Страны АТР» или в скобочках Тихоокеанского угольного кольца, динамика механизмов природных процессов, прогноз катастроф, глобальная безопасность. Цель проекта – формирование новой структуры глобальной безопасности от вулканических извержений, землетрясений, цунами и устойчивого развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Я предлагаю внести в протокол создание рабочей группы, в которой должны находиться ученые, руководство Миноборнауки, ученые, соответственно, Академии наук, правительство регионов и политические деятели Российской Федерации. Просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начинается. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones, and signal the flash sharing cameras. The plenary session is starting now.
Обсуждали некие перспективы сотрудничества. Уважаемые участники Восточно-экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начинается. Dear participants of the Eastern Economic Forum, you are kindly requested to take your seats, switch off your mobile phones, and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting now. Thank you.
Уважаемые участники Восточного экономического форума, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотокамер. Пленарное заседание начинается. Dear participants of the Eastern Economic Forum, your kindness to take your seats, switch off your mobile phones, and disable the flash on your cameras. The plenary session is starting now. Russia's Far East, the territory of great opportunities in the largest country. About 7 million square kilometers of land rich in resources are available for the implementation of innovative technology. 11 federal regions are doing their uttermost best to set an example of their region for the rest of Russia. 5 years after the start of the federal program for the development of the Far East, its results are already visible. Largest completed projects. The bridge to Ruzhsky Island is one of the tallest bridges in the world, with the largest span among cable-stayed bridges. The Vostochny Cosmodrome in the Amur region is the first Russian civilian spaceport, with a total area of over 700 square kilometers. The largest hydroelectric power station in the country, the Nizhnyboryskaya HEP, was built over the past 30 years. These and many other implemented projects have become a powerful impetus for the development of the economy of the region and the whole of Russia. The Amur gas processing plant, the Enaglinsky mining and processing plant, the Denisovsky mines, the Zvezdov plant, and other projects are uniting the energy production for the benefit of the motherland. There are even more projects lined up for the stable development of the region. A branch of the Mariinsky Theater was opened in Vladivostok and has since become the center of attraction for a significant number of citizens. A lot has been done in 5 years, but the greatest accomplishments are still to come. It's time to act. It is time to make fateful decisions. Russian Far East, the future is in our hands.
Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмагийн Батулга, премьер-министр Японии Синзо Абе, премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммад, модератор пленарного заседания Сергей Брилев. Добрый вечер, Владивосток, и, соответственно, добрый вечер, Япония. Good evening, Japan. Добрый день, Сибирь, и, соответственно, добрый день, Монголия и Малайзия. Доброе утро, Москва, Петербург, и, как ни странно, Индия, потому что это 5 часов разницы. У нас сегодня совершенно необъятная география, и думаю, что будет немножко сложно объять всю эту тематику, но, тем не менее, к счастью, и общая повестка у всех наших стран есть. Мы начнем с того, что участники панельной сессии выступят каждой своей речью, хотя я хочу зарезервировать с собой право после иных речей, в случае появления новостей или тем, которые требуют немедленного комментария, перед тем, как передать слово следующему выступающему, обратиться к соответствующим дополнительным вопросам. Территории Российской Федерации, то первым выступит Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович, прошу. Уважаемый господин Батулга, уважаемый господин Нарендра Моди, уважаемый господин Махатхир Мухаммад и господин Синдзо Абе, дамы и господа, друзья, прежде всего хочу обратиться к нашим иностранным гостям и к лидерам стран, которые здесь представлены, и нашим иностранным партнерам, сидящим в этом зале. Хочу вас поблагодарить за то, что вы проявляете такое уважение к России, внимание к развитию отношений между нашими государствами. И надеюсь, уверен, что вся наша работа в эти дни пройдет на самом высоком уровне и с результатом для всех нас. Рад всех вас приветствовать на Восточном экономическом форуме. Владивосток – столица Приморья, а теперь и всего Дальневосточного федерального округа России в пятый раз собирает глав ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, крупнейших инвесторов, бизнесменов, представителей общественности и экспертных кругов. В этом году мы приняли 8,5 тысяч участников из 65 стран. По сравнению с первым форумом, его представительство увеличилось более чем вдвое. Видим в этом убедительное свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку, к тем возможностям для сотрудничества, которые предлагает этот, без всякого преувеличения, колоссальный регион. Сила, конкретные преимущества Дальнего Востока – это талантливые, трудолюбивые, энергичные люди, образованные и целеустремленные молодежи. Это новые центры науки, индустриального роста, отраслей будущего. Это богатейшие запасы природных ресурсов, широкие логистические возможности, северные маршруты, трансевразийские маршруты. Наконец, это соседство с быстро растущими экономиками, самым динамичным регионом мира, Азиатско-Тихоокеанским. Закономерно, что, определяя долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока, мы сделали ставку именно на максимальную открытость этого региона, на его тесную интеграцию в экономическое, транспортное, образовательное и гуманитарное пространство АТР. А если смотреть шире, то, безусловно, и всего мира. На развитие международного и приграничного сотрудничества, инвестиционного, технологического партнерства, а значит, на создание новых возможностей, прежде всего для наших граждан, для их жизни и работы. Это действительно был достаточно крутой исторический поворот. Напомню, что в начале и середине 20 века, а затем и в годах Холодной войны, конечно, многие дальневосточные территории, как, например, и сам Владивосток, где мы сегодня с вами находимся,
имущественно военное значение. И были, как мы тогда говорили, закрытыми территориями. Это отражалось, безусловно, и на развитии этих регионов. Собственно говоря, развитие-то в социальном, экономическом смысле этого слова практически не было. Хочу еще раз повторить. За прошедшие годы ситуация кардинально поменялась. И мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны. И решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто для человеческого общения. Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в АТР в целом. Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным. Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Корея, Малайзией, Монголией, Японией, другими странами АТР строятся на принципах уважения и честного диалога. И уверен, имеют большие перспективы, созвучные той растущей роли, которую предстоит играть азиатско-тихоокеанской Думаю, присутствующие здесь высокозарубежные гости, наши друзья, с этим согласны. Наряду с открытостью, еще один ключевой принцип наших масштабных планов по развитию Дальнего Востока – это их долгосрочность и последовательность. Концентрируя ресурсы и организуя административно, шаг за шагом эту работу, мы будем наращивать усилия. Достигая цели, мы ставим перед собой новые задачи, стремимся добиться большего. За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста. И это не пустые слова, я сейчас приведу доказательства. Хорошим стартом для такой работы стала подготовка к проведению во Владивостоке саммита АТЭС в 2016 году. Мы вложили тогда значительные ресурсы в модернизацию транспортной, деловой, образовательной инфраструктуры, благоустройство столицы края как современного, динамично развивающегося города, города для людей, как одного из научных и образовательных центров АТР. Да, конечно, мы отдаем себе отчет в том, что еще многое предстоит сделать, но и сделано все-таки немало, а затем, отталкиваясь от того, что уже сделано и достигнуто, будем запускать в регионе и дальше крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки. И одновременно, наряду с шагами по улучшению делового климата по всей стране, предложили для бизнеса на Дальнем Востоке совершенно новые, во многом уникальные инструменты поддержки, причем глобальные конкурентоспособности. Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Изучите их, пожалуйста, еще раз. Это не обещание, это практика, которая уже действует. Она работает, эта практика. Так, в регионе образовано 20 территорий, опережающего социально-экономического развития, с особыми условиями для организации производства, налоговыми режимами и мерами господдержки. В них уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашение почти на 2.5 триллиона рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест. Этими резидентами уже вложено 344,8 миллиарда рублей инвестиций и создано почти 20 тысяч рабочих мест. Это уже сделано. Действует режим свободного порта Владивосток, распространенный на 22 муниципальных образования. Его цель – помочь интеграции дальневосточных регионов в экономическое пространство АТР, способствовать развитию высокотехнологичных предприятий. Преимуществами свободного порта воспользовались 1404 резидента, заключившие соглашение почти на 700 миллиардов рублей и готовых создать здесь порядка 68 тысяч рабочих мест. И уже сделано 95,2 миллиарда вложено
They have already invested 95.2 billion rubles and created more than 10,000 jobs. В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года, инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производств, создано более 39 рабочих мест. В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние 5 лет составил почти 23%. Это без малого в 3 раза выше, чем в целом по стране. Центром новых компетенций, молодежных обменов и международных кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке, отраслях новых технологических эпохи, становится Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого мы собираемся традиционно и на которой собрались сейчас. В прошлом учебном году в университете занималось 20 тысяч студентов, в том числе 3,5 тысячи иностранцев, 3,500 foreigners from 74 countries of the world. More than 200 professors from abroad are teaching at the university, and we plan to further develop infrastructure at the university, including the mega science lab construction. We can be sure that the university in future will be a part of the backbone of the joint educational space of the Asia-Pacific region. Dear friends, at the previous Far Eastern forums, we have talked about the significance of the Far East for Russia, about our plans and tasks to develop it, of the instruments, support for business, о том, как воспользоваться этими инструментами поддержки. Я коротко сказал об этом и сейчас, в вступительном слове. Однако мы прекрасно понимаем, и только что мы с коллегами за рабочим ланчем говорили об этом, что без людей, без их энергии, таланта, без их заинтересованности в достижении результата, конечно, подобного рода достигнуты быть не могут. Поэтому сегодня я в своем вступительном слове побольше внимания уделю вопросам социально-экономического развития, именно социальной программе развития региона. И полагаю, что это будет интересно не только для внутренней аудитории, но и для наших потенциальных инвесторов, уже работающих здесь в компании, потому что это будет означать, что мы будем и дальше создавать благоприятную социально-политическую среду и будем привлекать сюда необходимые для развития региона трудовые ресурсы. Итак, вчера мы с участием руководителей дальневосточных регионов обсуждали задачи нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиально более высокое качество жизни людей, перемены в здоровье. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, в обустройстве городов и поселков, ощутимые при этом для миллионов людей. Причем такие изменения граждане должны почувствовать не в отдаленном будущем, как я уже неоднократно говорил, не спустя годы и годы, а в ближайшее время. В этой связи отмечу, что по сравнению с 2005 годом миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился вдвое. Нам нужно окончательно переломить ситуацию. Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой. Еще раз вернусь к нашей беседе сейчас за рабочим ланчем. Мы обсуждали эту тему, и коллеги как раз задавали мне этот вопрос. Если приток, каков отток отсюда несет? Это действительно важный вопрос. И с моральной, этической точки зрения, и с экономической. Этот регион должен быть привлекательным для квалифицированных специалистов и, конечно же, для молодежи, для которой, как известно всем, будущее. Тем более, что Дальний Восток России – это очень молодой регион. У него хороший демографический потенциал, который важно сохранить и приумножить. Суммарный коэффициент рождаемости здесь выше среднероссийского уровня. Из 8 миллионов 200 тысяч жителей федерального округа почти 1,5 миллиона – это школьники, студенты вузов и учащиеся колледжи. Они побеждают в спортивных состязаниях на международных и всероссийских научных олимпиадах и конкурсах. Например, недавно в Казани, вы знаете, прошел чемпионат мира по рабочим специальностям и золото чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills среди юниоров завоевал девятиклассник.
and the gold medal was won by the ninth grade Andrei Mishkov from Ulan Ude. He was the best when it comes to information technologies, and once again I would like to congratulate him on that. Словом, как я уже говорил, здесь живут умные, созидательные, gifted, по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей. Поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь, сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности, получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока. Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья. Причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами, еще раз повторяем, руководителями регионов обсуждали этот вопрос. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего по 2% годовых. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем средняя по стране, 5%. And my colleague said yesterday that it was not enough. Сразу хочу предупредить руководителей других регионов, мы не можем сделать это по всей стране, и это потеряет смысл, потому что цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на 5 лет. Поясню почему. Потому что, во-первых, мы должны будем внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящиеся полномочия. Распространить ее на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования предлагаю использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и фонда развития Дальнего Востока. Современной и доступной должна быть и система здравоохранения. Прежде всего, это касается первичного, самого близкого к людям звена медицинской помощи, оснащение и информатизации сети поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, роддомов и перинатальных центров, развитие санитарной авиации. Это особенно важно для огромных, необозримых пространств Дальнего Востока. Эта работа идет уже по всей стране, но здесь, на Дальнем Востоке, мы должны создать действительно эффективную систему медицинской помощи, которая соответствовала бы, а может быть, и в чем-то опережала лучшие стандарты и практики. Понимаю, что это задача не одного дня, но начинать решать ее нужно уже сегодня, стартовать с прорывных пилотных проектов. Действительно, можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом. Разумеется, этот кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции. Все нюансы тщательно должны быть проработаны заинтересованными ведомствами правительства и, прежде всего, конечно, с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Не раз говорил, что для Дальнего Востока мы должны предлагать особые меры, продвинутые механизмы и гибкие инструменты, учитывающие специфику этих громадных территорий, запросы людей, которые здесь живут. Мы пошли на такие эксперименты, на новаторство в части экономики, привлечения инвестиций и получили, как я уже сказал в начале своего выступления, весьма
позитивный результат. Также нужно действовать и в развитии социальных сфер. Я прошу все федеральные ведомства, всех коллег, которые включены в работу по развитию региона, руководствоваться именно такой логикой. Интересами Дальнего Востока, ну а по сути, значит, и всей страны, всей России. Важным шагом к укреплению общего образовательного, просветительского и гуманитарного пространства страны должен стать культурно-образовательный и музейный комплекс на Дальнем Востоке, здесь, во Владивостоке. Но вместе с этим нам нужно коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке, сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи. Children and young people. We have just discussed this very question. I mentioned our prayer meeting for the third time, and Mr. Shinzo Abe here said about the attractiveness and the tourism potential of the region. Yes, indeed, creating such a major all-Russian cultural and awareness-raising center with branches of our leading museums, such as the Tretiakov Gallery, the Hermitage Museum, the Russian Museum, the Mariinsky Theater branch, would undoubtedly increase the tourism potential of the region multifold. Но особенно это важно. It is especially important that is development of culture for the small cities here. And I would like to give you a few numbers. Out of 1,834 populated areas of the Far East, 1,614, those are areas where less than 1,000 people live, more than 5,000 miles. And the distance might reach up to hundreds of kilometers. So we need to take that into account as well. And we talked about it with the leaders of the region. We need to adapt our Russian programs, such as county doctor and county teacher, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующим сегодня для, по стране в целом для Дальнего Востока в два раза. И, конечно, надо думать о будущем. Оно связано с теми сегодняшними ребятами, школьниками, которые любят свой край, хотят здесь жить и работать. И надо дать им возможность получить качественное образование, независимо от доходов и материального состояния их семей. Считаю, что следует расширить практику предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остро-дефицитным специальностям, чтобы молодые люди учились как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей и были бы уверены, что на будущее рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно будут решены. И, конечно, у молодежи, у людей разных возрастов должны быть все возможности проникновение скоростного интернета. Прошу правительство учесть это требование при реализации национальной программы «Цифровая экономика России». National program Digital Economy of Russia. Цифровая среда с размерной масштабом вызовов времени и стремительных технологических перемен. В этой связи наша вторая важнейшая стратегическая задача. Российский Дальний Восток должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций, новых индустрий и отраслей, а значит и сосредоточением передовых качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов и прежде всего. Да, спасибо. Thank you.
И прежде всего, конечно, для дальневосточных, для именно тех граждан России, которые проживают здесь, на этих территориях. Это наша принципиальная позиция. Задел для этого есть. Здесь на острове Русский формируется мощный инновационный кластер, обустраивается комплекс космической индустрии вокруг нового российского космодрома «Восточный». В регионе активно развиваются авиастроение, газовая переработка, химия, продолжается создание Безусловно, акцент мы намерены сделать на увеличение экспорта продукции глубокой переработки. Это также наша принципиальная позиция, на которую я хотел бы обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов туров и свободного порта Владивостока. Так мы увеличим экспортные, мы увеличиваем экспортные пошлины на лес рубля, например, но одновременно готовы подставить плечо тем, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса, в том числе создавать режим максимально благоприятственным для экспорта готовой продукции, включая рынки третьих стран. Такой же логике, преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку, будем постепенно двигаться и по другим направлениям, включая морские ресурсы и полезные ископаемые. Что касается сбережения и рачительного использования лесных богатств, это важнейшая тема, ее планируем отдельно рассмотреть его в масштабах всей страны на специальном заседании Государственного совета. Мы понимаем, что создание в регионе мощного научно-индустриального центра — это колоссальный вызов. Вместе с тем, это поле возможностей, оно очень широкое здесь. И в этой связи, конечно, и планка требований к эффективности наших мер и решений должна быть задана соответственно. В первую очередь, это касается экономики будущего, поддержки молодых команд, которые реализуют прорывные идеи и решения. Во всем мире именно стартапы, возглавляемые молодыми людьми, являются сегодня мощнейшей движущей силой технологического развития. Для того, чтобы число стартапов не просто увеличилось, а чтобы они вырастали, превращались в средние, но затем крупные компании, нужно не только законодательные обеспечить. Нужна регуляторная среда, но и эффективные финансовые инструменты. В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд. Мы вчера об этом тоже говорили, согласен с этим предложением. Прошу правительство предложить конкретные решения, и тем более, что источники финансирования здесь тоже имеют. И, наконец, третья стратегическая цель, которую мы перед собой ставим, она также весьма амбициозная и отвечает главному. It is in line with the global environmental agenda, with the challenges that not only Russia, but also the entire planet faces today. We are talking about the development of the Russia's Far East as a global natural and tourism center, as an international experimental ground, where we could test various approaches to resolving the most important issue for all of us. That is, how to strike the proper balance between economic activities, the development of ecotourism, accessibility of nature for the people, and at the same time safeguarding our unique природы дальневосточных территорий, привлекает сотни тысяч туристов. Так, в 2016 году регион посетили 5,2 миллиона человек, в том числе 750 тысяч иностранцев, а в прошлом году уже 7 миллионов, включая порядка миллиона граждан зарубежных государств. Среди настоящих природных алмазов Дальнего Востока — озеро Байкал, Крановский заповедник на Камчатке, национальный парк Алханай в Забайкалье, да и другие территории Летнего Востока. А всего в регионе расположено 64 особо охраняемых природных территорий только федерального значения. Отмечу, что уже давал поручение определиться и поставить на учет границы всех заповедников и национальных парков. Других охраняемых территорий. Прошу ускорить такую работу по всей стране. А на Дальнем Востоке это нужно сделать в первую очередь, в приоритетном порядке. Одновременно надо активнее
Пускать проекты государственно-частного партнерства в сфере туризма. Приглашать ответственных инвесторов. Предлагать им особую систему льгот при самом строгом соблюдении критериев и правил экотуризма. И, конечно, нужны современные информационные сервисы, чтобы люди могли быстро и удобно получить всю необходимую информацию. Куда и когда можно ехать, какой туристический маршрут выбрать, а иностранные граждане еще и оформить визу. Кстати, именно здесь, на Дальнем Востоке, впервые была введена система электронных виз. Она значительно упростила формальности для зарубежных туристов и предпринимателей. За два года выдано уже более 140 тысяч таких виз. Все задачи развития, о которых мы говорим, а главное, новые. All the development goals and the modern quality of life standards need a new level of mobility. And for the Far East, this is first and foremost developed air traffic system, accessible tickets for flying inside the region as well as to Siberia and Central Russia and abroad. Up to 2024, 40 airports would be reconstructed in the Far East. Обновление парка региональных и местных самолетов и вертолетов намерены активно задействовать мощности дальневосточных авиационных заводов Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, и что хотел бы добавить, приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Is safety, для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозчикам по другим, наиболее выгодным направлениям маршрута. Мы вчера говорили об этом с министром транспорта, надеюсь, он меня сегодня услышит. В целом, такая система Minister of Transport and работает, надо это закрепить, system works in practice, and понимаю, это не очень рыночные меры. Have it set in various documents. Это обоснованно. And for this region, this is well justified, and we need to think up of regulations to set it in stone, so to say. Dear friends, we have масштабные задачи по развитию Дальнего Востока. А крупные, большие цели всегда предполагают партнерство и объединение усилий. Мы нацелены на такое сотрудничество. Открыто для всех, кто в нем заинтересован. Мы верим в будущее нашего сотрудничества, в будущее Дальнего Востока России. Как и по всей нашей большой стране, нам нужна консолидация общества, участие и вовлеченность каждого человека, готовность внести свой вклад, свое дело, энергию, знания в общий результат. У нас есть такой настрой. А значит, все планы, все, даже самые смелые мечты обязательно станут реальностью. Хочу пожелать участникам и гостям форума плодотворной работы и всего самого наилучшего. Благодарю за внимание. Спасибо, спасибо. Владимир Ильич, одно уточнение. Вот сейчас в вашей речи вы практически в одном предложении объединили вот эти такие новые алмазы развития, восточный, завод на Комсомольске на Амуре, хоть и старый формально, но производящий сейчас самые современные самолеты, что еще там было, завод «Звезда» и «Торы». То есть вы предполагаете, что... Да, и «Космодром». Вы предполагаете, что иностранные инвестиции могут прийти вот в такие объекты, как «Звезда», «Космодром», «Завод»? Тоже? Конечно. Что касается авиазавода, они уже есть. Да. Мы знаем хорошо, и весь мир знает наши так называемые сушки, истребители Су. Значит, и Су-30, вот Су-34 с двумя плюсами, и Су-35, а сейчас вот пятого поколения Су-57 выходит уже, но сухой суперджет. Он же производится с нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. Мы работаем там, мы открыты в этой части. Нам нечего прятать. Хотя нет, есть. Вот я как
Но мы надежно закроем то, что мы должны держать пока при себе, но при этом есть все возможности для современной эффективной кооперации. Что касается космодрома, это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен в следующей очереди строить, но вообще это космодром для пусков прежде всего гражданских целей. Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать к этому сотрудничеству. У нас с Индией есть проекты в области космоса. Мы активно работаем по этим программам с Китайской Народной Республикой. У нас, в принципе, хорошее сотрудничество с Европейским космическим агентством. И мы надеемся, что и дальше будет это развиваться. Мы с Соединенными Штатами работаем, поскольку мы пусков осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный. Поэтому я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении, в том числе по звезде, которую вы вспомнили. Вот мы вчера только были с господином премьер-министром Моди на звезде. Конечно, там будут строиться самые современные крупнотоннажные корабли и для сервисов при на шельфе, в арктической зоне, но и для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. И мы вчера говорили с премьер-министром, будем искать даже возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас. Это международная кооперация в мире процветает таким образом, организованная. Частично будут строиться. Частично будут доводиться на верфях в Индии, но наша компания, известная ведущая, Роснефть, она является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии. Недавно приобрела контрольный пакет. И ее зону ответственности входит один из крупных портов. Поэтому у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества. Нет ни одной закрытой темы. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении наших партнеров. Спасибо. Перед тем, как дать слово премьер-министру Индии, я хотел подчеркнуть, что Владимир Владимирович сейчас там чуть-чуть рассказал о том, о чем же они говорили наедине вчера. Они же вчера уединились, так что, может быть, и премьер-министр тоже это продлит тему. Я посмотрел перед началом панели, ну так, теоретически. Вот решил индийский бизнесмен приехать во Владивосток. Инвестиции осуществить. Ближайший путь с пересадкой через Корею что-то типа 18 часов, а так обычно 22-23. Понятно, что скорость передвижения между Индией и российским Дальним Востоком на морских путях, которые предлагает премьер-министр Моди между Чиннай и Владивостоком, будет другая, но, по крайней мере, прямые связи возникают, и, похоже, мы являемся свидетелями того, как это происходит практически на наших глазах. Прошу, премьер-министр Индии, пожалуйста. Excellency, President Putin, President Batulga, Prime Minister Abe, Prime Minister Mahathir, friends, Namaskar, Dobri Din. व्लादिवोस्तोक के शांत और प्रकाशमय वातावरण में आपके साथ संवाद करना एक सुखद अनुभव है. सुबह का उजाला यहाँ से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है. मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा यह मंथन
केवल फारिस्ट ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के प्रयासों को नई ऊर्जा और नई गति देगा। इस महत्वपूर्ण अवसर को मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का आभारी हूँ। राष्ट्रपति जी ने मुझे यह निमंत्रण भारत के आम चुनाव से पहले ही दे दिया था। 130 करोड़ भारतवासियों ने मुझ पर विश्वास जताया और आपके निमंत्रण भी उनका विश्वास और मोहर लग गई। दो साल पहले राष्ट्रपति पुतिन के ने मुझे सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में आमंत्रित किया था। यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है। व्लादिवोस्तोक यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है, या आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट के लिए अवसर खोलता है। रूस का करीबन 3/4 भूभाग एशिया है। फार ईस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुदृढ़ करता है। इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब 2 गुना है। इसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है, लेकिन यह रीजन खनिज, ऑयल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी है। यहाँ के लोगों ने अपने अथक परिश्रम, साहस और इनोवेशन से नेचर की चुनौतियों पर विजय पाई है। यही नहीं, कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री और एडवेंचर, गतिविधि का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार ईस्ट के लोगों ने, व्लादिवोस्तोक के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो। साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं। फ्रोजन लैंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तैयार किया है। कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट एग्जीबिशन देखा। यहाँ की विविधता, लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। इनमें प्रगति और सहयोग की अपार संभावनाएं मैंने महसूस की है। फ्रेंड्स, भारत और फार ईस्ट का रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। भारत वो पहला देश है जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना कॉन्सुलेट खोला। तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था। सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहाँ आने पर पाबंदियाँ थी, व्लादिवोस्तोक भारतीय नागरिकों के खुला था। रक्षा और विकास के बहुत सा साजो सामान व्लादिवोस्तोक के जरिए भारत पहुँचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। दोनों देशों के लोगों के लिए सुख समृद्धि का सहारा बन रहा है। भारत ने यहाँ एनर्जी सेक्टर
और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है। सखालिन के ऑयल फील्ड्स भारतीय निवेश की सफलता का एक उत्तम उदाहरण है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पुतिन का फार्म और उनका विजन इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, भारत जैसे रूस के पार्टनर्स के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर के आया है। उन्होंने रशियन फॉरेस्ट के विकास को नेशनल प्रायोरिटी फॉर द 21st सेंचुरी घोषित किया है। उनकी होलिस्टिक अप्रोच यहां जीवन के हर पहलू को, इकोनॉमी हो या एजुकेशन, हेल्थ हो या स्पोर्ट्स, कल्चर हो या कम्युनिकेशन, ट्रेड हो या ट्रेडिशन, हर एक को बेहतर बनाने का प्रयास है। एक और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले हैं तो दूसरी ओर सामाजिक सेक्टर पर भी उतना ही ध्यान दिया है। मैं स्वयं उनके इस विजन से प्रभावित हुआ हूं और इसे शेयर भी करता हूं। भारत उनकी इस विजनरी जर्नी में कदम से कदम मिलाकर रूस के साथ चलना चाहता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फार ईस्ट और व्लादिवोस्तोक के रैपिड, संतुलित और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन का विजन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि यह रियलिस्टिक है और इसके पीछे यहां के मूल्यवान संसाधनों और लोगों की असीम प्रतिभा है। उनके विजन में इस रीजन के लिए और यहां के लोगों के लिए सम्मान और प्यार झलकता है। भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। तेजी से बढ़ते भारत और उसकी प्रतिभा की इस रीजन से भागीदारी एक और 11 बनाने का ऐतिहासिक मौका है। फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन से हमने इस इकोनॉमिक फोरम में हमारे पार्टिसिपेशन के लिए अभूतपूर्व तैयारी की। कई मंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 150 बिजनेस लीडर्स यहां आए। उन्होंने राष्ट्रपति के विशेष दूत, फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स और उनके बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। रूस के मंत्री और फार ईस्ट के बिजनेस लीडर भी भारत आए। मुझे ये बताते हुए खुशी रही है कि हमारी इन कोशिशों के बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। एनर्जी से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन से लेकर के स्किल डेवलपमेंट, माइनिंग से लेकर के टिम्बर, अनेक क्षेत्रों में करीब 50 बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। इनसे कई बिलियन डॉलर्स के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है। फ्रेंड्स, फार ईस्ट के विकास में और योगदान देने के लिए भारत $1 billion की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। यह पहला मौका है कि हम किसी देश के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने ईस्ट एशिया को एक्टिवली एंगेज किया है। आज की यह घोषणा एक्ट फॉर ईस्ट का टेक ऑफ पॉइंट साबित होगी।
और ये मेरा पक्का विश्वास है ये कदम हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है मित्र राष्ट्रों के रीजन्स के विकास में हम उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक्टिव भागीदार बनेंगे फ्रेंड्स भारत की प्राचीन सभ्यता के मूल्यों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति से उतना ही ले जितने की जरूरत है हम प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन पर विश्वास करते हैं प्रकृति के साथ यही तालमेल सदियों से हमारे अस्तित्व और विकास का अहम हिस्सा रहा है फ्रेंड्स जिन देशों में भारतीय डायस्पोरा है वहां के लीडर्स जब भी मुझे मिलते हैं भारतीयों के श्रम ईमानदारी अनुशासन और निष्ठा की भरपूर प्रशंसा करते हैं भारतीय कंपनियों ने कारोबारियों ने दुनिया भर में कितने ही क्षेत्रों के विकास में योगदान किया है वेल्थ क्रिएशन का काम किया है साथ ही भारतीयों ने और हमारी कंपनियों ने स्थानीय संवेदनाओं और संस्कृति का हमेशा आदर किया है मुझे पक्का भरोसा है कि भारतीयों का पैसा पसीना प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म फार ईस्ट में तेज विकास लाएंगे इकोनॉमिक फोरम में भारत ने पार्टिसिपेशन के जो उत्तम परिणाम आए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स को भारत आने का निमंत्रण देता हूं फ्रेंड्स मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत रूस सहयोग के लिए एम्बिशियस टारगेट रखे हमारे संबंधों में हमने नए आयाम जोड़े हैं उनको विविधता दी है संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर लाकर के प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच ठोस सहयोग तक पहुंचाया है उनको राजधानियों से बाहर स्टेट्स और रीजन्स तक ले गए हैं हमने हर क्षेत्र में सहयोग को अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सांचे में बढ़ाया है ढाला है हम मिलकर स्पेस की दूरियां भी पार करेंगे और समंदर की गहराइयों से समृद्धि भी निकाल के ले आएंगे फ्रेंड्स इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग का नया दौर हम शुरू करने वाले हैं व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच जब शिप चलने लगेंगे जब व्लादिवोस्तोक नॉर्थ ईस्ट एशिया के मार्केट में भारत का स्प्रिंगबोर्ड बनेगा तब भारत रूस की साझेदारी और गहरी होगी और फलेगी और फूलेगी तब फार ईस्ट एक और यूरेशियन यूनियन और दूसरी ओर ओपन फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का संगम बनेगा इस क्षेत्र में हमारे संबंधों का मजबूत आधार होगा रूल बेस्ड ऑर्डर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सम्मान और अंदरूनी मामलों में दखल से परहेज फ्रेंड्स मशहूर फिलोसोफर और लेखक टॉल्स्टॉय भारत के वेदों के अपार ज्ञान से बहुत प्रभावित थे और यह वेद वाक्य तो उन्हें बहुत पसंद था एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति उन्होंने अपने शब्दों में इसे ऐसे कहा था ऑल दैट एग्जिस्ट इज वन पीपल कॉल दैट वन बाय डिफरेंट नेम्स इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है
टॉल्स्टॉय और गांधी जी ने एक दूसरे पर अमिट प्रभाव छोड़ा था। आइए भारत और रूस की साझा प्रेरणा को हम और मजबूत करें, एक दूसरे की तरक्की में और अधिक भागीदार बने, अपने शेयर्ड रीजन और विश्व के स्टेबल और सिक्योर भविष्य के लिए मिलकर के काम करें। यह हमारी साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत होगी। मैं जब भी रूस आया हूं तो भारत के लिए यहां प्यार, मैत्रीभाव और सम्मान ही पाया है। आज भी इन्हीं भावनाओं का अनमोल उपहार और गहरे सहयोग का संकल्प यहां से लेकर के जा रहा हूं। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। हम जब भी मिलते हैं तो बहुत खुले दिल से और बहुत समय लेकर के मिलते हैं। कल अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर कई घंटे बिताए और रात के 1 बजे तक हम एक साथ रहे। मेरे लिए ही नहीं बल्कि भारत के प्रति उनके मन में जो प्यार है वो उसमें झलकता है। मुझे यहाँ की और भारत की एक और सांस्कृतिक समानता दिखाई दे रही है। मेरे होम स्टेट गुजरात में बाय बाय की जगह बाय बाय नहीं कहते हैं, बाय बाय की जगह आवजो कहते हैं, जिसका मतलब है आप फिर जल्दी आइए। यहां कहते हैं दसवीं दानिया। तो मैं आप सबको कहता हूं आओ जो दसवीं दानिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल। Владимир Ильич, губернатора можно командировочные оформлять 11 дальневосточным как? Пусть идут в бухгалтерию. For the trips of the governors, they should go to the accounting office. Под вопрос вам по новостям. К сожалению, есть причина, по которой, к сожалению, есть причина, по которой российский нефтяной товарооборот может вырасти еще. Речь идет о последних новостях, буквально суток, когда индийские граждане и индийские компании попали под последний пакет антииранских санкций Соединенных Штатов. Я так понимаю, что это компании, вовлеченные в нефтяную торговлю. Что вы на это скажете? आप पत्ते पक्के पत्रकार हैं। You are a good journalist. बड़ा लपेट करके सवाल पूछे और इसलिए really couched your question in very interesting words. Between India and Russia, संबंधों का सवाल है, वो हर क्षेत्र में फला फूला है। भारत का ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, रशिया की कंपनियों का भी, खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड क्षेत्र में अभी अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हम दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई रुकावटें नहीं है। जो आपका तीसरा सवाल है, जो बिल्कुल एक पत्रकार के हैसियत से आपने बढ़िया ढंग से पूछा है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इस पर बड़ी डिबेट चल रही है कि जो जिस देश के लिए सैंक्शन लगते हैं उस पर इसका कितना प्रभाव होता है वो एक बात है, लेकिन उसके कारण दुनिया के अन्य देशों पर जो प्रभाव होता है, विश्व की ओवरऑल इकोनॉमी जो प्रभाव होता है,
उस पर आज विश्व में गहरी चिंता भी है चर्चा भी है. Ну, давайте вернемся к иранской теме, потому что мы мимо нее не пройдем чуть попозже. А сейчас все-таки у нас часть связана с официальными выступлениями. И президент Монголии, который только что принимал Владимира Владимировича у себя. Пожалуйста, президент Баталга, прошу вас, подойти к сцене. К подиуму, к трибуне. Ну, он может и на подиуме выступить. Посмотрите, как он выглядит. Все-таки... Это чемпион мира по самбо. Это интимный говоришь. Champion in sambo wrestling. Хайрлангет. Осоодоны ерөнхийлөгч Владимир Путин. Японы ерөнхий сайд Шинзабе. Бүгд найрамдлын төлөөс ерөнхий сайд Нарендра Моди. Манай зөвс ерөнхий сайд Махатир. Мөн таахан хатгатай байдаа. Таахан өнөөдөр яа. Орнын эдийн засаг чухал уулзалт тав удаага зохион байгуулагдаж буй чухал уулзалт Монгол улсын дөрөв дэх хувьд бүрэн тутага оролцож байна. Энэхүү чухал уулзалт нь алс орнуудын бүс нутгийн хөгжил төдий буюу Монгол далайн бүс нутгийн орнуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд чухал ач холбогдол нэр хүндтэй талбар платформ бий. Чухал уулзалтад салбар салбарын манлайлагчид, хорон цуглан, санал бодлоо солилцсон үндсэн нөхөрлөлт leaders of different industries come together to talk about their business and to create new partnerships. I would like to share some of my thoughts about the growth of collaboration between our economies. This is the main theme of this forum. Our citizens communicate through social networks. Communication is very fast. We, the leaders, have the responsibility to improve the quality of our economies, improve the situation with development, and fight poverty. There are various technologies and solutions that we can use to give our citizens better lives. I encourage you to think about the opportunities and to eliminate problems and barriers in the way of achieving this goal. We need to support various business projects. We need to implement the most modern solutions and optimize use of resources. Хүн суртлыг арилгах талаар хугацаа алдахгүйгээр өнөөдрөөс эхэлж ажиллах шаардлага зүй ёсоор дамжиж байна. Миний бие энэ чиглэлийг санаачлалыг дэмжиж байна. Гэхдээ бид бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны зарим асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ улс төрөөс ангид авч үзэх талаар ярилцах нь цагаа олсон зүйтэй гэж бодож байна. Хатагтай нөөдөө Оросын Урбан улсын ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путин Монгол улсад уржигдэр айлчлал харилцаагаа бид иж бүрэн стратегийн түлхэлийн төвшөнд гарсныг та бүхэн мэдэрлээ. Монгол улс болон Оросын Урбан улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа үлгэр жишээ сайн загвар болохыг бид зорж байна. Талаад гарчгүй манай улсын хувьд Оросын холбооны улсын алдарт дурмын бомб төлөв дэлхийн улс орнуудтай худалдаа эдийн засгийн харилцаагаа өргөжүүлж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байна. Манай улсын газар зүйн онцлог байдлыг харгалзан хөнгөлөлттэй нөхцлөөр дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх эрхцүүлэн орчин үрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ирсэн Оросын орны улсын ерөнхийлөгч танд дахин талархал илэрхийлье. Энэ боломжийг ажил хэрэг болох зорилгоор Монгол улсын худалдааны төлөөлөгчийн газрыг Владивостокийн хотноо байгуулах шийдвэрийг Монгол улсын засгийн газар мөн гаргаад байна. Энэхүү шийдвэр нь бүс нутгийн худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэхэд хувь нэмэр орно гэдэгтэй байна. Монгол улс нь Евразийн бүс нутгийн орнуудтай
хөдөлთა эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх бодлогоо бүрэн Монгол улс болон Евразийн эдийн засгийн холбоонд чөлөөт хөдөлთაаны хилцээр байгуулах боломжийг хамтран судлах саналыг бүгдийн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлთაан тулгуурчны тарифын болон тарифын бус саадыг бууруулах эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын салбарын нөөц болцоог бүрэн дүүрэн Чөлөөт хөдөлთაаны хилцээр чухал үүрэг гүйцэтгэх ба Монгол улсын бүс нутгийн эдийн засгийн интеграц идэвхтэй оролцох зорилгоор тээврийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаа Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улстай харилцсан уялдаатай хөгжүүлэх үр ашгийг дээшлүүлэхэд өндөр ач холбогдол мөн өгч үлээ. Энэ хүрээ уран улсын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ. Эдийн засгийн коридорын ажил төслүүд хэрэгжснээр бүс нутгийн хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргаж хөрөнгө оруулах бизнесийг хөгжүүлэхэд зорилготой төлөвлөгдсөн болох юм. Иймээс Монгол Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хамтарсан механизмын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхээр бид мөн эрчимтэй ажиллаж байна. Зүүн Хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ байгуулах ажлыг уйлтуулах үүрэг бүхий байгууллага байгуулах санал өнгөрсөн жил эндэр дээрээс гарч ирсэн. Өнгөрсөн жилийн нэг хугацаанд Монголын судалгааныхаа ажлыг мөн олон улс бүс нутгийн хамарсан олон ажлуудыг санаачлан хэрэгжүүлсэн. Үр дүнд бүс нутгийн улс орнуудын захилгаан эрчим хүч сүлжээ болон хөрөнгө оруулалт хариуцсан төрийн өмчлөлт компаниуд энэхүү бүс нутгийн санаачлах сүлжээнд хамрагдах төслүүдийн техник эдийн засгийн наривчлсан судалгааг хийж захилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, худалдахад шаардлагатай ажлын бэлтгийг хангахаар хамтран ажиллах байгааг дурдсан байна. Монголын Эрдэнэс Монгол компани Оросын холбооны улсын Россет компанийн өдөрлөгөө хамтран ажиллах баримт бичгээ мөн байгуулсан болно. Манай Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн дэлхийн захилгаан эрчим хүчний дөрвөн том хэрэглэгч улс оршилгоо. Монгол улс эдгээр улсуудад хамт найдвартай захилгаан эрчим хүчийг нийлүүлэх боломжтой юм. Энэ нь бүс нутгийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварт эргээр нөлөөлөх иргэдэд хямд бүтээнчтэй эрчим хүч хэрэглэх боломж олох чухал ач холбогдолтой юм. Оросын холбооны улсаас бүгд найрамдах хятад ард улс руу барихаар төлөвлөж буй байгалийн хийн хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгээр дамжуулан өнгөрүүлж Монгол улсын саналыг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч хэлсэн бөгөөд бүгд найрамдах хятад ард улсын үйлдвэрлэгч судалж үзэхээр мөн илэрхийлээд байна. Бизнесменүүдэд хөрөнгө оруулагчдаа дээрх сайн ажлуудаас гадна Монгол улсын бүс орнуудад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, нэмүү үнцэн шингээсэн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих бодлогыг баримтлаж, хэрэгцээ таатай орчин бүржүүлэх чиглэлээр олон арга хэмжээ хэрэгжүүлээ. Тухайлбал бол хятад улстай байгуулах хөрөнгө оруулалтын загвар хэлтсэрийн төслийг батлах, бусад улстай байгуулах хөрөнгө оруулалтын хэлтсэрийг шинжлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү загвар хэлтсээр нь дэлхийн тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтыг бүрэн нийцж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг илүүтэй хамгаалж, эдийн засгийн үйлчлэлийг хангахдаа байгаль орчин сууцны нийгмийн хөгжлийг хамгаалсан онцлог юм. Ийм манай улсад үйл ажиллагаа явуулах, хамтран ажиллах сонирхолтой нөхцөл Монгол улсын бүх талаар нээлттэй байгааг хэлэлцүүлэх хүсэж байна. Монгол улс идэвхтэй нээлттэй байгааг хүсэж байгаа дахин илэрхийлье. Бид хуулийн засаглал доор хамтрагч нартайгаа хамтдаа үн цэнийг үтээж, шударгаар хуваалцсан хөгжих болно. Бие биенээ хүндлэх зарчим суурилсан шударга хүсэлтөө шударга хөгжлийн үндсэн зарчмуудад тул харилцан ашигтай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бүгдийг үндсэн нөхцөлийн бүс нутаг ингээд юм тогтвортой байдлыг хэрэгжүүлэх явдал муу юм аа. Итгэлцэлд суурилсан хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь бидний эрхэм зорилго юм аа. Ингээд чуулга уулзалтын үйл ажиллагаа хөгжүүлсэн. Um,
Если вы помните, у меня дали интервью в Уссурийской тайге, я с тех пор много поездил по Дальнему Востоку и по соседним странам. Недавно был в Монголии, мне рассказали эпос монгольский, который президент сейчас очень дипломатично посерединке оборвал. Эпос касается того, что Россия, Китай и Монголия, страна большого количества солнечного света и ветров, где можно альтернативную энергетику развивать, помимо традиционной угольной энергии, придумали вот эту историю, да, поставки электроэнергии совместные тем странам, которые являются ее потребителями. Обеим Кореям, ну, северной сейчас есть проблемы, конечно, и Японии. Но вот поставщики готовы, а потенциальные покупатели гость из Монголии как-то вот свой рассказ оборвал. Характерно, правда, перейдя после этого к теме отсутствия должного количества доверия. Что вы имели в виду? Мистер Президент, что exactly did you mean when you were saying that? There are three countries that produce electricity. We have a lot of steam coal. More than 30% of consumers of electricity are located in Japan, in Korea, and in China. If we can have a solution on the matters of security on the Korean Peninsula, that brings about the issue of electricity exports. We have developed a feasibility study, and we are prepared to collaborate with Rosneft. We have a feasibility study on building transmission lines. We did this work together with China, and I hope that the relations between Korea and Japan are going to improve soon. I think we will be selling 1 kilowatt at less than 8 cents. And this is a very good price for consumers. Цена вопроса, я так понял, даже не столько российской, японской, но и корейской, японской, Mr. Shinzo Abe, over to you. President Putin, thank you very much for inviting me here today. It is a pleasure to be with you again this year here in Vladivostok. Mr. Brilev, I am very happy to share the stage with you once more this year. And to all the leaders joining us on the stage, I know each of you very well, and everyone here is someone to whom I wish to express my heartfelt respect. Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister Mahathir, President Batulga, I find it fascinating that what brings together the five of us, including President Putin, is Vladivostok. My colleagues here on the stage, what do you think? What you envision with us is a grand connection among us all by a line drawn with a single brush stroke. It is the swift flow of water from the Arctic Ocean through the Sea of Japan and the South China Sea connecting to the Indian Ocean. It is powerful, billowing waves. I will assert in a loud voice that, ladies and gentlemen, the future is with us here. It is precisely here where our unbounded potential lies. This year, I have once again come to speak of the future and its potential.
to speak exclusively of the future and its potential. Ladies and gentlemen, allow me to quote a four-line poem you all know. Russia cannot be understood with their mind alone. No ordinary yardstick can span her greatness. She stands alone, unique in Russia. One can only believe. And in which way should one deal with Russia? Let us now replace Russia in this famous poem with Japan. If it is in Japan that one can only believe, what and how exactly should one believe? To this, I will offer three points. As for what is Japan, the first is A, vanguard. This is because Japan has no choice but to tackle earlier than any other in the world problems that all of you will face at some point, such as the aging of society. The second point is an extension of the first, and that Japan is solutions. Japan can offer a wide range of solutions to the problems you are facing. The third point is that Japan is a partner. It is a country in which you can place your trust. Once Japan makes a promise, our posterity too will uphold it without fail. President Putin, Vladimir, the audience here might not know that the summit meeting we just had was our 27th. It's essential for them to have a solid understanding of this fact. Ladies and gentlemen, it's important for you to know that President Putin and I have had meal together time and time again, and as a result, we are friends who have, I might say, eaten a pood of salt together. Only then can you see that we have our agendas that are overlapping. On your end are the 12 national projects. These are a number of undertakings that President Putin is making all out efforts to promote. This is something I and the Japanese government know very well. Because we have looked into them thoroughly, the reason we looked into them is that we wanted to consider how Japan can cooperate with Russia in what areas in order to yield the greatest effects. This is something President Putin and I say every time the two of us meet, that Japan-Russia relations hold unlimited potential. So my government turned its attention to what kinds of undertakings would be ideal to make that potential bloom and propel Japan-Russia relations into the future. Please take a look at this slide. On the left-hand side, you will see the 12 projects that Russia is promoting. On the right-hand side are the 8 points of Japan-Russia cooperation currently underway. Health and population, improving housing, cities and environment, small and medium businesses, labor productivity and supporting employment. Please take a good look at where a red thread connects those items laid out by Russia on the left with the various areas of cooperation promoted by Japan on the right. The 8 points of Japan-Russia cooperation were selected in the hope of becoming one solution for Russia's national issues. What you will see next is the interim report regarding that cooperation. It is a short video, 2 minutes and 40 seconds long.
Японские и российские врачи проводили дистанционное консультирование для детей, находящихся на лечении от рака. Опухоль стала меньше. Проводился японский реабилитационный тренинг для женщины, которая не могла ходить без трости. Совместно разработанная японо-российская медицинская программа по профилактике ожирения. Через 3 месяца вес снизился максимально на 13,6 килограмма. Окружность живота уменьшена максимально на 9 сантиметров. Значительный эффект очевиден. Раньше в Токио мусор просто вывозили на свалку. В результате постройки нескольких безвредных высокотемпературных мусоросжигательных заводов в центре жилого района удалось сократить объемы отходов. Внедрение такой системы продвигается в Московской области. Ожидается, что в сфере СПГ японские компании свой вклад в проект Arctic SPG-2. Это способствует увеличению объема производства. В республике Саха установлена ветроэлектростанция для холодных климатических условий с использованием японских технологий. В Амурске завершится строительство первого завода по производству древесных пеллет. Мы уже планируем отгрузить первое партию, первое судно продукции на рынке. В агрокомбинате по тепличному выращиванию при искусственном освещении с применением сенсоров и дистанционного управления из Японии период выращивания сокращен до 1/3. Японские и российские студенты также активно общаются. Сейчас бы уже у меня японский диплом, учиться с Европой и работать в будущем. Я надеюсь, что я буду работать в сфере привлечения японских начальников, градостроителей в российские города. I have been the producer of this video. Thank you very much. What do you think? Thank you. What in that was interesting to you? I particularly liked the woman who became able to walk quite briskly without using a cane. According to a survey done of Japanese people's walking speeds, the 75-year-olds of today walk at the same speed that 65-year-olds did 10 years ago. In other words, over the past decade, Japan's elderly reversed their aging by 10 years. I can't help but break into a smile imagining that Japan's cooperation will enable even one more elderly Russian man or woman to walk briskly. Japan wants to show that kind of bright future and limitless potential to ordinary Russian people living ordinary lives. That is a hope we always cherish. Let me tell you some bigger stories now. First is the story of an enormous waste treatment facility. The need to modernize waste management is one area President Putin emphasized in his annual presidential address to the Federal Assembly. Ladies and gentlemen, this July, a company that is part of Japan's Hitachi Zosen Group received an order for a waste incineration plant outside Moscow. It will be able to process up to 7,600 tons per day. As it incinerates these 7,600 tons of waste daily, it can simultaneously generate enough electricity to supply 1.5 million people. This means that under this calculation, over 10% of that city of Moscow's coal demand will be covered through the incineration of waste. Next is about Japan's car companies. Each of them is increasingly interested in Russia. Toyota is using 20 billion rubles until 2028 as additional investments into its St. Petersburg plant.
At the same time, it is revamping its suppliers' manufacturing lines and enhancing the technical abilities of the people who work there at the plant, aiming to widely introduce what is known as the Toyota way. Hino Motors, one of Japan's biggest truck manufacturers, is currently constructing a plant on the outskirts of Moscow. It plans to manufacture medium and light-duty trucks at a scale of approximately 2,000 vehicles annually. Mazda Solar's auto plant here in Vladivostok, which President Putin and I toured last year, started manufacturing engines in July this year, with what is said to be an annual production capacity of 50,000 units. This is an important plan for Mazda's global strategy. And now, I will share with you the most exciting story. It is the dynamic LNG. Development of Arctic LNG, ice-breaking LNG tankers, and transshipment on the Kamchatka Peninsula to head to countries around Asia. When I spoke to you last year, this was still in the planning stages. At the Yamal LNG facility, where Japanese companies were involved in the design and the construction, Three LNG trains have all now begun production and export, and finally in June, the facility managed to achieve its first shipment to Japan. Japan's major marine transportation company, Mitsui O.S.K. Lines, has ready the ice-breaking LNG vessels and is committed to the success of Yamal LNG exports. There is also the Arctic LNG 2 project. This past June, it was decided that Mitsui and Company and the Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation, JOGMEC, would invest in this massive LNG project, whose annual production capacity is at a scale of 20 million tons. Japan will become one of the leading stakeholders, and before long, I expect a buyer of the LNG produced there. Once the LNG moves beyond Kamchatka, the battle against ice becomes unnecessary. So there it can be transshipped to ordinary tankers. When this comes to fruition, it will be the realization of a grand connection among us, gone with a single unbroken line, a free and open Indo-Pacific, and the Arctic Ocean, where Russia is pushing forward with development. For the first time in human history, these two seas will become one, and a magnificent physical distribution highway will come into being. Examples like the ones you have seen here are but a small part of a much greater whole. A number of private sector projects poured out of Japan-Russia cooperation over the past 3 years easily totals more than 200. While I am no Fyodor Chuchev, there is only one way to interact with Japan and to repeat, that is to believe, to place your trust in Japan. Trust is born between one person and another, and connects one person with another. For the past year, Japan and Russia continued our cultural exchanges to an extent unprecedented in the history of our relations. Let us spread this energy all around each other's countries. This is something that President Putin and I decided this past June. We will make 2020 to 2021 a year of Japan-Russia regional exchanges. The government of both our countries will be involved in exchanges between one region and another, for example, between sister cities. Incidentally, the number of people in Japan interested in visiting Vladivostok is increasing. My coming here every year also have helped somewhat. Regardless, the number of tourists from Japan, especially women, has increased. And in response, Japan's two major airlines will both launch direct flights connecting Tokyo and Vladivostok. Starting this month, we will issue multiple entry visas for a maximum of 5 years to people working at Russian companies or research institutions related to our 8-point cooperation plan. We will also make it easy for Russian university students to get visas so that they can come to Japan in greater and greater numbers.
お集まりの皆様、日本では新しい天皇陛下がご即位になり、時代の呼び名が改められました。新しい時代の幕開けをつける大きなイベントが今月始まります。Kicks off on the 20th of this month, and the very first match of the tournament is none other than Japan versus Russia. It goes without saying that I have full faith that Japan will emerge the winner. Sorry, Vladimir. But I want the Russian athletes also to give it their best.もう日本以外の相手であれば全て勝っていた。I would be very happy if the Russian team won its matches against all its opponents except Japan. そして来年になると、オリンピックとパラリンピックが待っています。日本に未来を託すべきは今。That is the appeal I wish to make to all of you. It is now that Japan and Russia will together create the future. Against the backdrop of Japanese and Russians sharing the joy of work, and young people in our two countries sporting carefree smiles, let us each foster in the other, for the first time in history, the power to envision dreams together and the habits of doing so. Vladimir, you and I envision same future. So let us go forward, Vladimir, for the sake of Russia's young people, for the sake of the people in Japan taking on responsibility for the future. Next year marks 75 years since the end of the war. It also marks 30 years since the end of the Cold War. We made a firm promise in 1956 to build relations on the principles of peace, friendship and good neighborly relations, never again going to war with each other or regarding each other as enemies. And now we are accelerating our steps forward with a view to making our mutual development in trade and economy, foreign policy, culture and sports, and every other area head in the same direction. Joint economic activities on the four northern islands and people-to-people exchanges have also advanced to levels never seen before. The new cooperative relationship between Japan and Russia is steadily coming to show that state of affairs thanks to the efforts the two of us have made. Beyond that lies the historic mission of concluding a peace treaty. We can no longer make the people who will live in the future wait. Let the two of us, Vladimir, join our forces to run, dash, and then dash until we reach the goal, shall we not? Let us each bear responsibility towards history. Let us conclude a peace treaty and unleash in our fell swoop the unlimited potential that the people of our two countries hold. Actually, in the next instant, the connection between Japan and Russia will change the region. It will begin to change the world significantly. Ladies and gentlemen, and indeed all the Russian people, I ask that you allow new and tremendous potential in which Japan joins your future to flap its wings, the wings of imagination. Let us together forge history. Let us together carve out the future, shall we not? Thank you very much. Спасибо. Вообще, строго говоря, год назад на этой сцене предлагалось заключить мирный договор до 31 декабря прошедшего года. Я, хотя всего лишь модератор, но позволю себе добавить к вашей очень яркой речи даже еще одну деталь. Какое чудесное кимоно готовят китайские мастера для в честь российской сборной, которая едет на Олимпиаду. И тем более досадно, когда на фоне вот такого поступательного, совершенно замечательного движения в российско-японских отношениях возникает какая-то ерунда. Я вам хочу про одну из этих вот примеров такой ерунды, не знаю, как это переводится на японский, но, надеюсь, вот, переводчики уловили как бы, окраску этого слова, привести один пример.
про одного человека, который находится здесь, в этом зале. Я не знаю, может быть, мне, конечно, не дать после этого визы, но я тут съездил на Турцию последний год и познакомился там с парой очень интересных людей. Один из них – это крупный промышленник, Александр Григорьевич Верховский. Вот он его видел в кулуарах. Он в южной части Курильской гряды. У него есть бизнес-отношения с Японией. И он не может получить японскую визу. Знаете почему? And you know why? Потому что он хочет получить японскую визу, visa to go to Japan. А японские консульства говорят, а вам не надо. Says, вы, по нашему северным территориям. Нет. You are from the northern territories. Я гражданин России, я живу в Европе, я хочу поехать в Японию, дайте мне визу. Мы не можем получить. Два раза уже, насколько мне известно, японское консульство расписывалось с МИДом в Японии. To the foreign ministry in Japan, может, and it still goes on and on. Maybe we should really introduce more simple rules, because these things look like nothing. They become an obstacle to great relations that you have just described. What you just said, this is an obstacle that we have to overcome. And for that, we have to solve the problem and we have to conclude a peace treaty. That is what we keep talking about. In this context, together with President Clinton, we talk about joint declaration of 1956. In line with that joint declaration of 1956, we have to address this problem. We have to accelerate the process of signing a peace treaty. This is our common understanding. As of this visa problem, there are businesses done together on the four islands. There are some model projects, and they have already been launched. They are being carried out. As we implement those projects, we have to overcome problems that we are faced with. And for that, between Japan and Russia, we need to have very specific negotiations. We look into the future, and we address the problems as they emerge. As of the visa issues between our countries in general, each side is going to take steps. One way or another, we are talking about a more liberal visa regime. The rate of change, I hope that in the future, the changes will be happening more quickly. Will you issue a visa? According to the Japanese law, he does not need a visa, and he wants to get a visa as a Russian citizen. 個人のことについては私も答える立場にはありませんが、まさにそうした課題をですね、解決するために今、当局同士の話し合いが進んでいるということなんです。Solve such problems between Tokyo and Moscow, we have. Я прошу прощения, премьер-министр Малайзии, которому я должен дать слово, но просто мы сейчас затронули такую тему, что я не хочу бросать Владимир, не хочу вам вопрос один задать по поводу того, что я увидел на Итуропе. Something I saw at Itaroop. Вот там много японских могил. И очень хорошо, очень правильно, что наконец-то решена многолетняя проблема и без визы стали ездить группы потомков. Людей, которые там ancestors of the people who are buried there can travel to the islands without having to get a visa. Я вот когда там был, ходил, я посчитал кое-что. When I was walking around there, I made a few calculations. It's been 75 years, as Mr. Abe just said. Но прошло 75 лет, когда там жили русские люди. But over these 75 years, Russian people lived there. Русских могил, ну, не знаю, меньше, больше, но сопоставимо. There's a comparable number of Russian graves. I have not done the exact count. Мне повезло, у меня уже была возможность задать вам этот вопрос после прямой линии. I had an opportunity to ask you this question about the Russian flag, whether we're going to lower it or not. I don't want to repeat myself. I want to put an asymmetric question. Как это можно себе представить? То есть в случае теоретической передачи островов, это потом, значит, россиян надо будет возить безвизовыми авиарейсами специальными, чтобы поклониться русским могилам? И это к чему? Может быть, это нерешаемая проблема конвенциональная, обычные средства. Здесь слишком много всего наслоилось. Мне вот эти вот ребята-школьники из поселка Ридово, по-моему, называется, там турки, которые сейчас живут там, традиционной школы, я их вот пред глазами своими вижу. Стоит ли вообще это трогать?
какой-то необычный вариант, которого, может быть, не знало ни правительство. Я когда был в Японии несколько лет назад, я публично вспомнил историю вообще этих территорий. Когда-то Россия абсолютно законно считала их полностью своими и передала все эти острова добровольно в знак дружбы с Японией по решению российского императора. Потом возникли известные события 1905 года, трагические русско-японская война, возникла ситуация на Сахалине, потом война Вторая мировая. Это сложная история с многочисленными составляющими. Но есть гуманитарный фактор. Я не могу не согласиться с Синзо по поводу того, что пока эти вопросы не решены, то нужно сделать все для того, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. И мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, но делаем это в эксклюзивном порядке. Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке. Это имеет и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Мы понимаем всю тонкость и просто идем навстречу. Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам, где Япония, а где Крым. Visas to all citizens, but for example, there is an exception for the residents of Crimea. We understand the kind words. We understand the statement that one has to believe in Japan, and we do believe in Japan, and we have faith that this is good. But there are a lot of questions, a lot of issues associated with signing of a peace treaty. It's not just a matter of bilateral relations. Unfortunately, sadly for us, there are issues associated with defense, issues of security. We have to understand the attitude and the position of third countries and Japan's commitments to third countries, including the United States. There are kind words and there are other considerations. Let me remind you. Еще 20-30-е годы, доброе слово – это хорошо. Доброе слово и Смит-Вессон действует гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем, должны это учитывать. Отвечая на ваш вопрос, говорю, что на первый взгляд казалось бы так просто, на самом деле эта проблема досталась нам из прошлого. Но мы действительно, и я, и Синзо, мы хотим ее решить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 1956 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений. Будем стремиться к заключению мирного договора. ここでのプーチン大統領の発言の後、我々はシンガポールで会談を行い、56年の共同宣言を基礎として協力交渉を加速させていくということを一致したわけでありますが、said those words. We met again in Singapore, and we decided that we would use the declaration of 1956 as a basis for further work. But former residents of the island can visit the graves of their ancestors.
There are flights to those islands. They can also visit some areas which they cannot or could not. But this is in the past. There is an atmosphere of trust between our countries, and because of it, we have seen a lot of improvements. You have raised the visit issue to address those problems at a business level. Well, we think hard on how we can do that. There are various これが今、かつてなかった、これは進展だと思っています。今、お話が、ありましたが、今、人道的配慮を最大限行うのは当然、というふうに思います。私の考えです。We would have to consider humanitarian needs of people. At the time when the prime minister became the prime minister for the first time, in the beginning of '80s, he is a politician with previous experience. Later he became prime minister again. I have asked Mr. Prime Minister for permission to say it. He is 94 years old. He's 93 years old and counting. His Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Federation. His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India. His Excellency Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. His Excellency Mr. Batulga, President of Mongolia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank the government of Russia and Mr. Putin in particular for this invitation to participate in the forum on the Far East. This is, of course, the first time I'm attending this forum. And I'm very interested indeed as to what you will be discussing at this forum. Now, after I've listened to what Mr. Putin has to say, I realize that Russia now wants to develop its eastern provinces. We have always had this impression that Russia is not paying enough attention to its Far East territories. But now we see that the interest is very real, and to us this may mean the opening up of new markets for Malaysia. Malaysia is a trading nation. It is always looking for markets. And when any place is developed, then the potential for trade would be much more. However, I must admit that most Malaysians do not know much about Vladivostok. We know that it is in a very cold part of Russia, but none of us have visited this place as tourists or have any interest in having trade with this part of Russia. But now, obviously, there will be potential in the future as Russia begins to develop this part of Russia. But because we know very little about this part of Russia,
It is important that there should be more promotion, more publicity about this part, so that listeners will get to know about this part of Russia more, and they would want to come to Vladivostok and the regions nearby. We know that tourism is one way of developing a country. Tourism has done very well in Malaysia, where the population is 32 million, but we have 29 million tourists a year. That's not very big if you compare with places like Venice or Egypt. But it is very substantial for Malaysia, and it has contributed much to Malaysia's development. The key to increase in tourism is publicity. We need to know more about the places that we want to visit. There are so many places in the world that are worth visiting. But if there is a new place, there should be more interest to see new things in new places. And I think Vladivostok might offer the kind of environment and situation that will attract tourists from Malaysia and other tropical countries. Malaysia is in the center of Southeast Asia. And from Malaysia, you can communicate throughout the Southeast Asian region, in particular the ASEAN grouping. But in order to be interested in coming here, I believe that one of the most important attractions will be sporting events. Just now, Mr. Abe mentioned about this rugby match between Russia and Japan. Now, if it is to be played in this part, in Vladivostok, then I'm sure this will attract many Southeast Asians to come here. Because we too are very keen on this game. Besides, it will be like watching two giants playing. We only know small countries in Southeast Asia. And physically, we are not very big. We are very small people. And so the rugby match would certainly be of interest to us in Malaysia and to other countries as well. Malaysia became attractive to tourists because of sports. We decided to host the F1 race. And also the bicycle tour, the Langkawi, which is related to the Tour de France. And since we had these two events, we have been attracting a lot of tourists. But more important than that is the interest shown by Malaysians in both automotive engineering and the like, as well as in cycling. Today you see in Malaysia lots of cyclists almost every day, although Malaysia's humid climate is not very conducive towards physical exertion. But it has developed into a very good attraction. The F1, for example, has attracted many tourists from all over the world. And the best thing about both the F1 as well as the Tour de Langkawi is that they are covered by 300 TV stations all over the world. If you ask these TV stations to advertise the event, they would charge you a fortune. A three-minute show would cost us about a million Malaysian ringgit. But for those two races, they would show on the TV screen for three days in the case of the F1 race and 10 days for the cycle race.
and they show the pictures of all parts of Malaysia, which in fact helps us to advertise our country, to attract tourists, and to attract investors without having to pay for the advertising. Although we do have to pay for bringing these two events to Malaysia. So I would say that this area of Russia would be very attractive to Malaysia if there are such events. Malaysians travel a lot, and the numbers go out of the country every year is very substantial. And they are looking for new places to go to. And I'm quite sure that with the development taking place here, more Malaysians will be coming here. But apart from that, of course, it's not just the Malaysians, but other tourists also will be coming here. Now, development is something that is well understood in Malaysia. When we became independent, we were a very poor country with no industries and only attractive businesses like producing rubber, palm oil, and tin. But we wanted to become developed, so we set about attracting investments in particular. That is because Malaysia had no technology, no capital, no management know-how for big companies, and also no knowledge about the world market. So by attracting foreign direct investment, we suddenly became very much an industrialized country. Today, Malaysia can be considered as industrialized, but in addition to that, of course, the population has become, have earned more income, bigger income, and the country itself has developed through the efforts of the investors and the private sector. I'm quite sure that even Malaysian investors might be coming here if the situation is attractive enough. I just came from Cambodia, and in Phnom Penh alone there are 3,000 Malaysian businessmen working and living there. And they have contributed much towards the development of Cambodia. I'm quite sure to a small extent, at least, if Malaysian investors come here, there would be some contribution towards the growth and development of Vladivostok. Malaysians do have chains of hotels, and Malaysian hoteliers have been very active all over the world. One recent event is when a Malaysian hotelier bought 20 hotels in Iceland. Maybe people would not think Iceland is a very attractive destination for tourists, but a lot of people go to Iceland to see the northern lights. And to see this very green, snowy country. There is something peculiar about the name of Iceland and its neighbor Greenland. Whereas Greenland is white with a lot of snow, Iceland is green with less snow. So it is a very interesting place, and for that reason, A Malaysian hotelier was willing to invest in that area. I'm quite sure that, in fact, they have also gone to Kyoto. I'm going to Kyoto after this. Where they have built a new hotel in Kyoto. Hotels are absolutely necessary if you want to attract more tourists. And of course, the hotels
have various classes. It's not only the five-star hotels, which are popular, but three-star hotels are also popular. And this is our experience in Malaysia. So we are very glad to hear that Russia is going to develop this part of Russia. Russia, of course, is one of the few countries that exist both in Europe and in Asia. The other country is Turkey. But Russia is a sort of bridge. Physically, geographically, Russia is a bridge between East and West, between Europe and Asia. And I think this would help Russia to play a role not only in Europe, but also in the Far East. With Russian participation in the development of the Far East, I think Far Eastern people, Asians generally, would benefit from the activities for the development of this part of Russia. So I'm here in order to learn more about this part of Russia and what you intend to do with the development of Vladivostok. All I know about Vladivostok is that it is a cold place, and when I landed yesterday, I was shocked to find that it is not cold at all. The temperature was almost like in Malaysia, 24, 25 degrees. So it is not true that we believe in Malaysia that it is always covered by snow. I am quite sure that when it is snowing, it would look as beautiful as any other place. But to know that Russia can be warm and friendly is something that would be a great attraction for Malaysians and Southeast Asian people to come to this area. I would like to say that the relationship between Malaysia and Russia has always been good. I met Mr. Putin a long time ago, many times in different forum, and we have never failed to have bilateral talks whenever we found the time and the occasion. And I think it is through these bilateral talks that we develop our relations. when Russia first exhibited their war planes in the Langkawi International Maritime Air Show, immediately there was more interest in the Russian planes and there were sales made there. So Malaysia is really a good place to market your product. It will not only be for Malaysia, but it will also attract a lot of other countries in Southeast Asia. Certainly in the field of this equipment, the numbers of sales, I believe, of Russian products have increased. And we are looking forward to greater cooperation with Russia in the field of education. There is a proposal to set up a university focused on aerospace engineering, which should be a great contribution towards upgrading Malaysian education. Malaysia is already an education hub. We attract more than 100,000 foreign students to Malaysia, and I believe there are a few students also from Russia studying in Malaysia. We have students from Africa, from Central Asia, and from many other places. And if Russia is going to promote its education, in particular its engineering and aerospace knowledge, Malaysia is a place to put your university in.
So I have had a long discussion with President Putin this morning. And I believe that we covered a lot of areas where we can work together, and I can see good benefit accruing from our closer relationship. So I would like to thank you once again for this opportunity to participate in this forum, and I hope that as a result there will be greater cooperation and friendship between Malaysia and Russia. For our mutual benefit, I thank you. Несколько лет назад действительно превратилась в очень интересную, развитую экономику, перспективную страну. И когда лет 12 назад, время быстро летит, господин премьер-министр уходил со своего поста и исходил из того, что он заканчивает политическую карьеру, мы встретились в Малайзии, у него дома, его супруга нас пригласила. Это была очень теплая встреча, и я домой пришел из уважения к своему тогда коллеге, несмотря на политику. Политическая карьера его была закончена, но с тех пор многое изменилось, но не изменилось отношение к Prime Minister, to towards Russia. Mr. Prime Minister was one of the initiators of the Russia became an observer in the Organization of Islamic States. And I believe, as one of the most experienced political leaders in the world, выходит как одного из лидеров исламского мира, его влияние, его страны, его impact certainly goes beyond the borders of Malaysia. And it is indeed for me a great pleasure and joy to see that Mr. Prime Minister has honored us with his visit and keeps this warm welcome. I believe it all deserves a very warm welcome. Thank you. Премьер-министр, кстати, а какой вообще, на ваш взгляд, предельный возраст пребывания в политике? At the moment, we have reached the age of 95. Владимир Владимирович. So, Mr. Putin. I'm not up to that yet. Я хотел, благо мы сейчас выслушали речи участников сессии, хотел подчеркнуть, что состав участников Восточно-экономического форума расширяется. Мне было очень приятно услышать в кулуарах испанскую речь, представитель Лауриана Ортеги, спецпредставитель Никарагуа по связям с Россией, это первая часть латиноамериканцев, насколько мне известно. Лауриана просил вам, Владимир Владимирович, передать привет от своего отца, президента команданта Даниэля Ортега. Но еще я не могу не обратить внимания на то, что в зале появились украинские инвесторы. Ну вот господин Медведчук. Инвестор. Владимир Владимирович, когда обмен-то будет? Принято, что обмен когда будет? Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, в ближайшее время станет известно. Перспективы неких обменов с Украиной, дальнейших переговоров, это ведь своего рода и компас, позвольте себе такое выражение, компас в отношениях
с теми странами, ну, скажем, странами семерки. Что дальше после обмена, Владимир Владимирович, возможно, на украинском направлении между Россией и Украиной? Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет. Будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства. До конца недели ждем чего-то или просрочек сейчас лучше? Я уже сказал, что мы финализируем наши переговоры по поводу обменов. Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации. Господин Абе, хотел вас спросить, вот в связи, вот я когда сейчас сказал, большая семерка, вы слышали все сообщения о том, что президент Трамп был на последнем саммите семерки, ну, своего рода таким адвокатом Российской Федерации и Владимира Путина. Вы все-таки изнутри это наблюдали, ну, не нарушая каких-то очевидных правил. Все-таки это закрытый клуб. Может быть, вы расскажете, как дело было? G7の会合においてはですね、かつては G8がありますが、やはりロシアの様々な国際的な課題に対して建設的な関与というのが大切ではないかという議論になりました。 G7に関しては、ルールこれは G8時代もそうなんで、自分の発言以外、発言以外は誰がどう発言したかは紹介しないというルールになっておりますので、トランプ大統領がどういう発言をしたかは発言できないんですが、私からは、国際的な課題については、僕解説をしていく上において、ロシアの建設的な 関与が大切ではないか。ロシアの参加について検討すべきではないかという議論を私は。Russian creative influence. Therefore, I raise this issue of the possible return of Russia to this format. Ну, на восьмерку, там, в Штатах, а потом в следующих. Там, правда, самый разгар предвыборной кампании Трампа был. В свое время очередная восьмерка должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады. Мы рады приветствовать их в России, если они хотят прийти. Мы не хотели отложить этот саммит. Наши партнеры отложили. Если хотят остановить, пожалуйста. Пожалуйста, но я думаю, что всем сегодня понятно. Да, и президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную организацию международную, которая работает без Индии и без Китая. Поэтому но любые форматы, они всегда идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах, насколько я понимаю, так и было на этот раз в семерке, это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества. Господин Моди, а если прозвучит вот такое приглашение расширить семерку, до сколько получается еще Россия, Индия и Китай? До десятки. Вы на десятку поедете? It is true that in principle multipolar world ke we support a multipolar world and saman vichar ke saman shakti ke saman prativinidhitva ke log that are like-minded is likely represented, and I understand, you know, these people get together in different forums and they talk about various global issues, and so each of the forums has its own importance. This time I had the opportunity to be part of the G7 summit as an observer, and
And whatever role we need to play as an observer is what we did. However, this question, if this question was placed in front of me from the G7 forum, that would you like to be part of this, then I think it would be appropriate to answer, because here, as an answer to your question, I don't think really it has any meaning. Пожалуй, это наиболее представительная международная организация, занимающаяся вопросами согласования позиций в сфере экономики. Не удивляйтесь моему следующему вопросу, но я надеюсь, что он станет любопытным осиком. Мой вопрос президенту Монголии. Есть одно подозрительное совпадение. Звонок президента Трампа президенту Путину пришелся на день, когда вы были в Вашингтоне. Это вы там Трампу сказали? Did you do something about it? Did you actually make President Trump make this call? Could you tell us about it? Big countries have certain misunderstanding between them. And during my visit to the United States, I said that we leave the same planet, Siberia is a part of this planet, is a part of this global world, the Siberian forests are burning down. I've told him, why don't you call the president to express your condolences over this? We live in the same planet. Siberia is the lungs of our country. So these lawns are burning. Why don't you call the Russian president and express your condolences? Не случайные подозрения это оказались. It's just suspicious, you know. Где раньше работал, ты понимаешь? Remember where I used to work. Everybody knows where I used to work, so I'm aware of everything that's going on. Владимир Владимирович, значит, ну, с Трампом недавно было общение, тут теперь идея про восьмерку опять прозвучала, там что-то как-то. The idea of G8 has been mentioned. С чего начинать-то? Ну, вот ведь столько всего действительно накопилось в отношениях за последние годы. Я посмотрел статистику. За прошлый год к прошлому году 40 человек, только вот отдельно частных граждан Российской Федерации, были по запросу Соединенных Штатов арестованы в третьих странах. За прошлый год. Значит, январь 2019 гражданин Макаренко. Я не знаю, в чем его обвиняют, но сам факт, да? А сейчас вот я видел, сейчас я найду. To mention it. Коршунов, Mr. Коршунов was arrested in Naples. Строительная корпорация. Вот легко ли переступить через это вообще? Как вот начинать возобновлять диалог? Is it to restore очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для действий, недружественных действий подобного рода. Более того, у меня есть все подозрения полагать, что есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления, но здесь надо бы сотрудничать лучше нашим правоохранительным органам, надо бы подписать соответствующие межгосударственные документы, соглашения по поводу того, как нужно действовать. Впрочем, они... Часть этих документов, она существует. Она же есть, 99-го года, по-моему, да, но они фактически не работают. Можно было бы их актуализировать, но отчасти это связано и с конкурентной борьбой. Ну вот, например, в сфере авиастроения, как я уже говорил, у нас очень хороший появляется самолет.
очень хороший, конкурентоспособный среднемагистральный MS-21. Он явный конкурент Боинга 737. Но взяли, внесли в санкционный список изделия для, для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне. Никакого. Теперь задержали... Мы сделаем это сами. Просто кооперация была бы уместна, и мы готовы были приобрести соответствующие американские материалы, так же, как они покупают у нас титан в большом количестве. И Боинги производят из нашего титана. Мы все равно это сделаем. Потребуется время. Мы думали года два, ну, меньше, наверное, полтора. Значит, он уже... у нас летает. И эти материалы у нас появятся. Может быть, отчасти хорошо, потому что будут это свои материалы. Мы не будем в этом смысле ни от кого зависеть. Теперь вот отношение конкретного лица, о котором вы упомянули, который занимается двигателестроением, работает в двигателестроительной корпорации. Как бы с обвинениями, с намеками на то, что он занимался кражей каких-то там секретов. Мы слышали эти обвинения в отношении Китайской Народной Республики. Мы не знаем, что там происходит, думаю, что тоже выдумки в основном. Но здесь-то мы точно знаем. Это Объединенная двигателестроительная корпорация сделала новый российский двигатель. Делала долго. Это первый наш такой высокотехнологичный такой продукт за 28 лет последних. И делала наша двигательно-строительная корпорация, конкретные предприятия с очень хорошими экспертизами и с хорошим персоналом, с наукой высокого мирового класса. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами. Теперь якобы американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются. Но то, что они украли, нам ничего не нужно, потому что у нас своими руками и своей головой, головой наших специалистов, консультации, какая-то совместная работа по современным высокотехнологичным продуктам. Это абсолютно естественная, открытая, публичная работа. Поэтому я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции. Это не улучшает наши отношения. Те из нас, кто хочет добра в отношении России и Запада, тем не менее, после всех этих лет присматривается к деталям. И я обещаю, что мы буквально через один шаг вернемся к экономике, которая обозначена как название этого форума. Но все-таки еще один такой, если хотите, военно-политический вопрос. Я воспользоваться присутствием премьер-министра Абе в этом смысле. Значит, 27 августа многие мировые агентства, ну, в частности, вот агентство France Press, сообщило о грядущих поставках американских ракет для пользования ракетной обороны в Японию. На фоне конца договора о ракетах средней и меньшей дальности, всего того, что теперь уже даже не специалисты знают об особенностях пусковых установок, там, в том числе Польша, на фоне того, извините за долгое объяснение, но если кто-то забыл, на фоне того, что договор Горбачев-Рейган заключался в отношении Европы, но Советский Союз уничтожил все заодно ракеты свои, такие в Азии, это меняет, это может изменить, ракетную конфигурацию в Азии. Два вопроса, Владимир Владимирович. Ну, если кто-то хочет еще из участников, то, естественно, мы будем только благодарны. Два вопроса. Первое. Ваше видение возможного механизма контроля, ограничения, как хотите, ракетных дел в Азии, потребуется ли он, особенно с появлением американских ракет. И второе, собственно говоря, я обещал к этой теме вернуться, когда вы это упомянули. Вот он, пожалуй, тот самый поворот. Как вам на этой фоне говорить?
с японцами. Вы же упомянули вот этот военный аспект американский. Вот он, наверное, пожалуй, да? Пример, по крайней мере. Наша позиция в отношении выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известна, нет необходимости повторяться. Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем, что он является контрпродуктивным и разрушая систему международной безопасности и контроля над вооружениями. Мы уже публично сказали о том, что мы не будем размещать. После того, как американцы испытали такую ракету, мы не будем ее размещать, а мы произведем такие же ракеты, разумеется, в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования. То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенные беспокойства. Собственно говоря, это было предметом наших разговоров с премьер-министром неоднократно и до производства американцами ракет подобного рода. Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом оккупирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке. Напомню, что здесь находятся две очень крупные наши военные базы надводных кораблей во Владивостоке, здесь, где мы находимся, атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке. Это серьезное дело. И, безусловно, мы не можем не обратить на это внимания. И это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей. Мы пока не знаем реакции наших японских и корейских партнеров на этот счет. Мы с премьер-министром об этом сегодня и говорили. Кстати говоря, мы много раз уже обращали внимание на то, что пусковые установки МК-41, они способны не только на то, чтобы их использовали для противоракет системы ПРО, но и для пуска ударных ракетных систем, ударных ракет. Нам все время американцы говорили, что это не так. Но теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Скажу из того, что нас пытались ввести в заблуждение. Ну, мы не заблуждаемся на этот счет, но будем вынуждены адекватно на это реагировать. First and foremost, I would like to say 韓国に配備をしているミサイル防衛システムというのは、これはアメリカのアセットであり、アメリカが運用するものであります。日本はすでにミサイル防衛システムを導入しておりますが、これは日本のアセットであり、日本が運用するものでありました。アメリカが運用するものではありません。さらには、イージス・アショアを導入することを計画をしておりますが、これも日本のアセットであり、日本が運用するものでありますから、これはポーランドとか各国に導入されるサードとはですね、これは違う、全く違うということであります。そしてこの日本のシステムにおいてはまさに北朝鮮が日本を射程に入れた弾道ミサイルを数百機配備する中において、まさに我々は北朝鮮のミサイルを防ぐためにこのミサイル防止システムを導入したということでありました。まあ、最近も国連の安保理決議の違反となる弾道ミサイルの発射を数時にわたって行っていることは大変遺憾でありますが、そこからまさに我が国を守るために行っているということでありました。そして
INF との関わりについてのお話がございましたが、日本にそのようなアメリカのですね、ミサイルを配備するということについては、アメリカからもちろん一切打診もありません。一切予定もないということは申し上げておきたい。このように思います。今配備しているものは日本のアセットであり、日本が運用し、そしてこれはまさに防御的なものであって、ここに例えば、トマホークをですね、ここから発射することは、能力的にも全くできないというものであるということは、皆さんにはっきりと説明しておきたいと思います。For instance, to launch a Tomahawk missile from such systems we have is impossible. Well, the head of the Pentagon has announced that the U.S. is engaged in talks with Japan as well as with South Korea, and that it intends to continue these talks with a view to deploying their land-based intermediate-range missile systems. But let me reiterate, Синдзо, на уровне МИДа, что мы расскажем, что поработаем. Спасибо. Может быть, мы вернемся еще к теме безопасности, и все равно не обойдешь для экономического развития, но все-таки хотелось поговорить про экономику. Здесь вот была очень славная сессия Международного клуба Валдай в рамках форума представителя Всемирного банка, и мне очень понравилось, что он сформулировал, что между, ну, скажем, Россией и Индией, как, впрочем, между прочим, и Россией и Китаем, есть недоторговля, то есть уже, в принципе, из существующих мощностей производств. Хватало бы на то, чтобы торговать намного больше. Да, поставлена задача увеличения с 10 до 30 миллиардов, по-моему, да, товарооборота российского и индийского. Но это достаточно скромно. Все равно, премьер-министр Моди, что бы вы видели в качестве вот таких вот примеров поступательного развития российско-индийского экономического сотрудничества? Апне бхоти сахи савал пуча хай. और वर्ल्ड बैंक का जो ये ऑब्जर्वेशन है उसमें काफ़ी सच्चाई है, बहुत संभावनाएं हैं और अभी तक हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ अनेक विविधताओं के साथ जितना करना चाहिए उसमें हमारी गति भी कम है और हमारा व्याप भी कम है और ये बात भारत रशिया दोनों मानते हैं. ऐसा नहीं है कि हम दोनों इस बात को नहीं मानते. आपको मालूम होगा कि एक समय ऐसा था कि जिसमें रशिया और भारत का संबंध ज़्यादातर बायर और सेलर का था और वो भी शस्त्रास्त्रों की खरीदी करने वाला भारत एक खरीदार था. आज ऐसी स्थिति नहीं है. डायमंड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, रशिया का भारत में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारत का भी रशिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी बहुत बड़े हैं और रशिया भारत का बहुत पुराना विश्वस्त मित्र रहा है और अब बायर सेलर की भूमिका से निकल करके हम दोनों देश मिलकर के हर क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस फार इसमें भी सिर्फ मैं आकर के यहाँ लेक्चर दे करके नहीं जा रहा हूँ. मेरे आने से पहले मेरे देश के चार बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आए, 150 से ज़्यादा व्यापार और उद्योग जगत के लोग आए. इसके पहले मैं जब सेंट पीटर्सबर्ग आया था तो यहाँ के सारे गवर्नर्स वहाँ आए थे, मैंने उनके साथ संवाद किया था. तो एक प्रकार से हमने जहाँ जहाँ पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. वैल्यू एडिशन के लिए हम एक दूसरे को कैसे पूरक हो सकते हैं इस पर योजना कर रहे हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि हमने कहीं पर भी संतोष नहीं मानना चाहिए,
अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये भी कह दे कि बहुत अच्छा हमारा ट्रेड है तो भी मैं संतुष्ट होना नहीं चाहूँगा, मैं उससे भी आगे बढ़ना चाहूँगा। और राष्ट्रपति पुतिन मेरे मित्र का और मेरी मित्रता के बीच में ये एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों कहीं संतोष नहीं मानते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। अगर कुछ हुआ है तो और ज़्यादा अच्छा करें, और ज़्यादा व्यापक करें, और लंबे समय के लिए, इस मूलभूत चिंतन से जुड़े हुए होने के कारण और वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट को नज़रिए में रखते हुए हम और अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं। Еще в таком случае вопрос по поводу того, куда стремиться больше. Погрузившись в ваши речи, я, естественно, готовился, читал, я обратил внимание, что у вас есть одна из таких любимых тем – молодежь. А один из нестереотипов именно заслуженных элементов репутации современной Индии связан с тем, что это такая супердержава софтвера, компьютерных технологий и так далее. Но как-то довольно соединяется одно с другим, да, в голове. Компьютерные технологии, молодежь. Вы для вашей молодежи, для всемирной молодежи, в рамках этого экономического обмена. Здесь, кстати, здесь и была отдельная молодежь, но она была чуть-чуть в другой стороне. Что бы вы видели? Вот тут вот, молодежь и экономика. Куда? Зачем? What about youth and economic? How do they intertwine together? How are they supposed to work together? Аपका analysis बहुत ही अच्छा है. Analysis is... भारत दुनिया का आज सबसे युवा देश है. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भारत ने अपने एक महारत हासिल की है, लेकिन हम कैसे आगे बढ़ते हैं. मैं पिछले वर्ष एक इनफॉर्मल समिट के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन सोची में दो दिन रहे थे. कोई एजेंडा नहीं था, ऐसे ही हम लोग मिले थे. और बाद में मुझे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखने के लिए ले गए थे और मैं बहुत प्रभावित हुआ था. और बाद में वे जब भारत आए तो मैंने उनसे बड़ा आग्रह किया था कि आप सोची से जो आपके होनहार स्टूडेंट्स हैं उनको ले आइए. हमने भारत के भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से वैसे ही स्टूडेंट एकत्र किए और उनका एक हैकेथॉन किया टेक्नोलॉजी को लेकर के, यानी एक प्रकार से मीटिंग ऑफ माइंड, इनोवेशंस एंड समथिंग टू दुनिया को डिलीवर करना. वो बहुत ही अच्छा प्रयोग रहा. अब भारत से बच्चे सोची में आएंगे तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एक बहुत बड़ी ताकत आज भारत की उभर कर रही है. हम दुनिया में पहले तीन में हमने अपनी जगह बनाई है. भारत के यूथ उसमें इनिशिएटिव ले रहा है. हम उसमें दुनिया के इस प्रकार का जो इनोवेटिव माइंड के यूथ है उनको हम जोड़ना चाहते हैं तो उसके द्वारा भी कर सकता है. सामान्य जन के लिए अब टेक्नोलॉजी अनिवार्य हो गई है. हम टेक्नोलॉजी को जीवन का एक एक्सटेंडेड हिस्सा मान करके ही चलना होगा. तो एक कॉमन गुड्स के लिए हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकें और उसमें रशियन ब्रेन एंड इंडियन ब्रेन मिल करके उस काम को कर सकते हैं. बताऊँ हमारी युवा शक्ति इस विषय को लेकर के काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है. Владимир Владимирович, премьер-министр сейчас имел в виду, естественно, школу. Закончился перевод, да? Владимир Владимирович, премьер-министр сейчас, естественно, имел в виду Сириус в Сочи. Замечательные ребята, Сириус School in Sochi. Есть ребята в ОСИ. Indeed, there are wonderful. Но есть и там молодежь, которая выходит на улицу. There are also from the agency for strategic initiatives. Вот это молодежь, она ваша молодежь. Это молодежь, которая выходит на улицу. Она ваша молодежь. Не слышите, да? Да, здесь странное эхо. Очень хорошо. Мы очень плохо слышим друг друга. Может, есть разная молодежь. Есть та молодежь, которая в Сириусе, есть та, которая в ОСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицу. А вот эта молодежь, она ваша молодежь? Послушайте, вот Синза говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. Faster.
Скажем, у нас в Чечне или в Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию. But the birth rates are higher in Japan, so it's the matter of what you spend your nerves on, as it were. Я исхожу из того, что все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном для того, чтобы она эффективнее в нужном направлении, с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей, и действовать в рамках установленных правил и законов. Вот я всегда придерживался этой точки зрения, придерживаюсь, и практика развития ситуации и событий в мире и у наших соседей говорит о том, что это правильный подход. А что касается вашей или не нашей, я убежден, что это люди, которые главным образом, разные, конечно, есть, но главным образом это люди, настроенные позитивно, настроенные на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие. И вопрос только в том, чтобы они нашли свое место в жизни, а обязанность власти сделать все для того, чтобы они смогли найти это место свое и смогли приложить максимум своих знаний, таланта для созидательного развития страны. Но молодые люди всегда, они импульсивны, активны, и это хорошо. Повторяю еще раз, важно только, чтобы это все находилось в рамках действующего закона. Но я уверен, что многие из людей, которые занимаются и политической деятельностью, они будут востребованы в будущем и специальности, и в политической области. Значит, знаете, вспоминаю вот опыт моего поколения, да, мне 47. Ребятами там, в конце 80-х я еще меньше, мы школьниками были, в начале 90-х похаживали на митинги, я очень хорошо помню большой московский митинг против 6-й статьи Конституции. Мы вот все студенты пошли, ну, статья Конституции, посвященная тому, что КПСС ядро политической системы. Мы вышли на этот митинг именно под этим, вот с этими соображениями. А когда мы дошли до этого митинга, это Зубовский бульвар, там еще по разным подсчетам, то ли сотни тысяч людей, то ли почти миллион был. Вдруг кто-то с трибуны, политбюро в отставку, попрошу поднять руку. Ну и как неудобно не поднимать, все вроде поднимают, хотя на самом деле пришли с другим. Молодых людей довольно легко сбить с толку иногда. Может, иной раз повязчики надеть? В рамках закона. Ко всем одинаково. Спасибо. Мы, что касается вопросы безопасности, не говорили о нескольких вещей, и еще несколько вещей говорили по политике. Я вот сейчас, когда вводил зал взглядом, вновь обратил внимание господина Медведчука, и вспомнил заявление президента Зеленского о том, что партия жизни получает иностранное финансирование. Значит, пришлось в том-то, видели ли вы это заявление, как вы к нему относитесь? Нет, я этого заявления не видел, но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство. Same problem of making the same mistake that was made by the previous government. Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Это, насколько я себе представляю, это так и есть. Парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе
на демократических выборах и голосовании, поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле. Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона, и, на мой взгляд, было бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав. Мы затронули мельком одну очень важную тему, точно совершенно для всех здесь. Это тема Ирана, новых санкций иранских, третий, как это называлось, третий этап иранского выхода из ядерной сделки. Господин Абе, вы недавно ездили в Иран. Кстати, было очень неожиданно видеть такое сочетание, яркое, иранцы, японцы, сам по себе, коктейль необычный. Вы же не случайно туда ездили. Из чего вы исходите в плане будущего иранской ядерной сделки, в плане взаимоотношений ваших со странами вовлеченных в эту дискуссию, но также и в этот конфликт, свободу судоходства? Каково видение Японии? まあ日本はまず核合意については支持をする立場でありますそのことについてはアメリカにも申し上げているところでありますが We have long talked to the US that we have our very own opinion and concerning Iran and the nuclear deal issue I wish that it would be resolved through negotiations Japan has historically friendly relationships with Iran and I've always considered that we need to use in the best possible way those friendly ties that is why I visited Iran and I talked to the president and he said very clearly that Iran is not going to produce or use nuclear weapons. He said that very clearly. The Supreme Leader said it. As for the President of Iran, he said the following. We will strive to establish a dialogue and resolve all the problems through dialogue. And Japan provides support as for our resources. We really use a lot of resources from the Middle East. And the energy resources coming from there are very important for our country. So security of tankers coming from there is very important for us. We need to ensure security there, and France is doing a lot, and Japan is doing a lot to ensure security. We will use our friendly ties, our historically friendly ties, in future, and we have talked about it with President Putin as well. Индия будет отправлять свои морские силы к Ормузскому проливу? Иногда теряется перевод здесь через два языка, насколько мне известно. Я повторю на всякий случай свой вопрос, чтобы переводчики успели. Будет ли Индия, собирается ли Индия отправлять свои военно-морские силы к Ормузскому проливу, это пролив из Персидского залива, открыт в Индийский океан, через который идет арабская и персидская нефть? Where the Persian oil is going through. भारत का इतिहास दुनिया के सामने है यूएन का जो पीसकीपिंग फोर्स है उसमें सबसे अधिक योगदान करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है तो भारत के सैनिक हमेशा पीसकीपिंग फोर्स के अंतर्गत ही काम करने के आदि रहे हैं आज तक हमने कभी भी आजाद भारत ने ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं की है ये सही है कि प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में जो कि न ही हमारा एजेंडा था न ही हमारा मिशन था लेकिन दो विश्व युद्ध में भारत ने करीब 1.5 लाख लोग हमारे शहीद हुए हैं
हमारा हजारों साल का इतिहास है भारत कभी भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जहां तक हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है हम अधिकतम ईरान पर डिपेंडेंट रहे हैं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लेकिन पिछले दिनों वहाँ की जो समस्या हुई उसका साइड इफेक्ट हम पर न हो इसलिए हमने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कोई तकलीफ न हो हमारे जहाज़ों को कोई तकलीफ न हो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हमने करके रखी हुई है और वो सिर्फ भारत के हमारे जो ऑयल टैंकर हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है हमने किसी को टारगेट करना या किसी की व्यवस्था में दखल देना न ये हमारा लक्ष्य है न हमारी योजना है और न ही दुनिया में कोई हमारे इस विषय को लेकर के कोई नेगेटिव चर्चा करता है So, Mr. Putin, what about Russia's military presence? Because in Soviet time it used to be the case. Considering the development of our Navy and our military forces, this is not a problem for us, but it's not about that. We need to make all actions efficient and for them to bring about peaceful resolution and greater security and safety in the region and the Strait of Hormuz. Several years ago, Russia presented an initiative to create an international mechanism with the participation of all the interested countries in the region and all those wanting to routes to function properly, involving Russia, the U.S., and Asian countries. In future, we could even create a special international organization to resolve any issues arising there. We are discussing that with my colleagues, including with our Chinese partners and with our partners from other countries. We'll see what it will lead to, but Russia is interested for the situation to become less tense, and all actions should lead to calmer situation and to resolve the issues around the Iran nuclear program based on the previously adopted international documents, which were confirmed by the relevant resolutions of the Security Council of the UN. In this case, the last question regarding security, there's an interesting change in the world. Три ядерных державы в НАТО, Америка, Британия, Франция. А в Шанхайской организации сотрудничества уже четыре. Россия, Китай, Индия, Пакистан. NATO, но, конечно, очень много зависит от Russia, российско-американских традиционных договоренностей, в том числе в области стратегической стабильности. Владимир Ильич, а как вы думаете, вот позапрошлым, да, правильно, вашем послании Федеральному собранию были представлены новые виды? Address to the Federal Assembly 2 years ago, you talked about new types of weapons, the supersonic weapons, hypersonic weapons. Could they become a part of a greater deal with the Americans? Да, мы исходим из того, что существующие инструменты остался только один, фактически из них это СНВ-3, ограничение стратегических наступательных вооружений. Этот договор действительно заключен and между Россией и Соединенными Штатами. Been signed between Russia and the US. Сейчас США выдвинули новую and currently US has a new version of the treaty. They want to also involve China in this treaty. But China has been consistent in saying that Chinese nuclear potential is much lower than Russia's or the Americans, and that's why how could they lower it if they have it low per se? Но давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты не присоединились даже к договору о запрещении испытаний ядерного. Ну, не ратифицировали. Не ратифицировали. Говорят сейчас о возможности размещения оружия в космосе. Это все очень серьезные вызовы. Weapons in outer space, and those are all very serious challenges that the humanity might face. Каждого из нас, а значит и каждого из них, будет
постоянно over our heads in space, there would be some type of weapons present, even nuclear weapons, and a very short distance, very short time it would travel the distance. Очень сложными. И вот это действительно может изменить глобально просто может изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Drastically change the security situation around the globe. As for now, American partners, when we propose to continue talking about disarmament, they remain silent. There's nothing new about that. We have met with American partners last time in Oscar, and we discussed how возможно, зачесть we can наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, общие договоренности. Имею в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у Соединенных Штатов, такого оружия нет. No country in the world has weapons like that, even the US. Maybe you could sell such weapons to America. And then we could even the balance. But they say that maybe they might produce such weapons themselves, maybe, but then why would they spend the money if we have already spent the money and we can gain something from them? It would not be a breach of our security, but it would help to create a balance. We can also talk what could be accounted for when we talk about various types of weapons. К этой дискуссии. And но launch пока vehicles. Russia is ready to talk about that, but so far the coherent response from the US. Наша идет уже довольно давно, я предлагаю выйти сейчас, может быть, на последнюю большую тему, но которая уж вот совершенно точно общая, и, собственно говоря, то, как президент Монголии легко убедил Дональда Трампа, вы понимаете, Владимир Владимирович, простите, лесных пожаров, это тому подтверждение. Мы кто бы как из нас не относился к природе глобального потепления, версии есть разные, сейчас совершенно не об этом, мы являемся свидетелями беспрецедентных перемен, ведь вода не просто налицо. И дело не в том, что везде спутниковая связь, все быстро приходят сигналы, мы мгновенно знаем о пожарах в бразильских лесах или в Сибири. А дело в том, что мы просто наблюдаем. Ну, извините, совсем за определенное время, я грибник, я последние два года до 20-го октября грибник собираю. Ну, такого никогда не было, и в этом явно ничего хорошего нет. Нет, хорошо, конечно. Не вы леса поджигаете там? Нет, нет, в Москве. Значит, тема очень комплексная, но давайте я ее как бы применю вот участникам этой сессии. Ну вот скажем, России хорошо, что Северный Ледовитый океан стал давать время для проходов судов, да, и не формирует север. Но в то же самое время мы понимаем, что на берегу из-за того, что тает вечная мерзлота, начинают сваи двигаться. Я был свидетелем, на Кольском полуострове вовремя не стали замерзать реки, а ледневоды не могут вовремя перебрать. Олени не дают достаточное количество мяса, но есть и совсем глобальные проблемы, связанные с инфраструктурой. Тема общая, потому что, в конце концов, российский арктический газ и нефть пойдут по новому маршруту, которые называют сегодня премьер-министры Индии и Японии. А проблемы с лесами сибирскими легко достигают Монголии. У нас есть политическое соглашение, можно сказать, ну а что еще думать? Вот давайте выполнять его. У меня такое ощущение, что мы подошли к моменту, когда нужно ему что-то побольше сделать на этот счет. Давайте мы начнем с президента Монголии, который, собственно говоря, эту тему у нас сегодня первым обозначил. Что бы можно было делать вместе? Серьезно. Seriously, do together in order to combat this problem. As I've already said, we live on the same planet. Those are all our mistakes. Those are all our problems. And today, waste has become a truly global problem. Just like air pollution, environmental pollution, there are companies with a certain status, and they should make a contribution into environmental protection. Perhaps they could dedicate 1% of their overall income in order to combat environmental damage.
We have a major company which contributed 1% of their revenue to the environmental foundation, so perhaps we could create a global environmental foundation and to call upon the companies to dedicate a certain percentage of their revenue to this foundation. Perhaps within the G20 or within the G7, we do not have another planet to spare, so we need to be responsible when we talk about our future. Mr. Modi, you have set a challenge. Если не изменяет память, с 2030 года сделать Индию первой страной, которая полностью перейдет на электромобили. Но электричество все равно придется производить из угля, нефти, газа. But then you have to make them using coal, oil, gas. How could you combine that? Мы мантово из форума жильвою перевертан ки чинта хона. बहुत स्वाभाविक है और जरूरी भी है और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को स्पर्श किया है आज हमें जो कुछ भी नसीब हुआ है वो कभी न कभी हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा था उसके कारण हमें नसीब हुआ है इंसान के नाते विश्व के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो हमने भी हमारी भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचा के रखना होगा उनके लिए विरासत में देकर के जाना होगा ताकि वे भी सुख चैन की जिंदगी जी सके महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की चर्चा करते थे और वो हमेशा कहते थे और उसी स्पिरिट से हमने भी सोचना चाहिए कि हम एक पृथ्वी के ट्रस्टी हैं हमें हमारी उपयोगिता से अधिक किसी भी से छीनने का अधिकार नहीं है अगर ये सिद्धांतों का पालन हम समाज व्यवस्था में ला सकते हैं तब जाकर के इस समस्या का समाधान होगा हम सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी से समस्या का समाधान होगा सामूहिक मिलकर के रिजोल्यूशन करने से होगा ये सबसे बड़ा हर इंडिविजुअल नागरिक के बिहेवियरल चेंज से जुड़ा हुआ विषय है और उसमें एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि उस दिशा में जाएं हमने उस टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा जैसे भारत ने COP21 में 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य टारगेट किया ताकि हम क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें ताकि भविष्य में दुनिया को तकलीफ ना हो आज मुझे गर्व से कहना है कि 175 GW में से हम काफ़ी मात्रा में सोलर एनर्जी की ओर शिफ्ट कर गए काफ़ी हमको हमने कंट्रीब्यूशन किया है और जो टारगेट हमने तय किया है 2022 तक 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी का वो हम पूरा कर लेंगे जहाँ तक मोबिलिटी का सवाल है दुनिया को अभी से सोचना होगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मोबिलिटी की तरफ कैसे ध्यान दें लेकिन अगर मैं व्हीकल पर बल देता हूँ तो एक मार्केट और बिजनेस उसकी तरफ जाता है हमारा फोकस है क्या भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी और वो भी सोलार सिस्टम से रिचार्ज हो ऐसी बैटरी उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है क्या और इसलिए हमने हमारी जितनी भी नीतियां बना रहे हैं उस नीतियों के केंद्र बिंदु में हम पहले प्रमोट करना चाहते हैं बैटरी का निर्माण एक बार जैसे मोबाइल फोन इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि धीरे धीरे उसकी बैटरी छोटी होती गई और उस बैटरी की ताकत भी बढ़ती चली गई 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे उसके कारण मोबाइल फोन की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई वैसा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बैटरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय रहेगा और एक मेरा मिशन और है भारत में क्लीन कुकिंग का हमारे यहाँ करीब 250 फैमिलीज हैं घर हैं जिसको कहें 250 मिलियन अगर हम ये हैं तो मुझे 250 मिलियन घरों के लिए क्लीन कुकिंग के लिए मैं सोलार सिस्टम से चलने वाली एनर्जी सिस्टम डेवलप करना चाहता हूं
उनके लिए उसे बैटरी व्यवस्था विकसित करना चाहता हूं ताकि सोलर सिस्टम से एनर्जी स्टोरेज भी हो और उसी से कुकिंग भी हो ताकि हम एनवायरनमेंट को बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मैंने इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को चैलेंज रूट पर आने के लिए इनवाइट किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 250 मिलियन इस प्रकार की बैटरियां ना बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इस मार्केट को ध्यान में रखें तो कार मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट को भी बहुत बड़ा उसके कारण एक प्रकार से क्रॉस सब्सिडाइज हो जाएगा, तो हम उस पर भी बल दे रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि मोबिलिटी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा बदलाव अनिवार्य है। Спасибо, премьер-министр Абе. Мои комплименты Японии, которая до сих пор сжигает уголь, вообще нет дыма вообще. Видели бы вы мобильные станции, вы видели бы, что уже просто по всему миру распространяется. Ну, это тот же вопрос вам.石炭について、CO2排出を削減する上でいろんな議論があるのは象徴しておりますが、実際に石炭は世界広く分布をしておりますし、インドや中国をはじめ新興国にとっては貴重な値段の安いエネルギー源であることは事実であります。今、話があったように、日本の火力発電分野における技術、例えば、排熱利用やコーンガスタービンなどの技術によってですね、世界で最も高い効率を実現しています。世界の平均よりも2割、効率を高めています。において、この技術を普及するだけでですね、 And for stations, we have a standard 20 times higher than the world. これは、イノベーションが必要だろう。非連続的なイノベーションが必要だろう。日本はその意味において、燃料電池、自動車を世界に先駆けて実用化したんですが、福島においては、再エネによる世界最大級の水素製造プラントを作り、来年のオリンピックにおいては、ここでできた 水素を燃料電池で自動車を動かすことを考えています。ただ問題となるのは、例えば水素のコストが高いということでありますが、パリ協定に基づく長期戦略においては、このコストを天然ガスなみに10分の1にしていくということ、あるいは人工光合成の CO2を有効活用するというですね、画期的な CCUの技術を実用化するなど、野心的な目標を 掲げています。また石炭における火力発電における効率化という現在の大切なこの技術においてもまた将来の技術においても日本はイノベーションにおいてですね、脱炭素社会に向けて貢献をしていきたいと思っています。 Знаете, какое единодушие у всех на эту тему? Вот тут действительно очень часто сегодня слышались оговорки такие, не обязательно проговариваемые, а здесь все совершенно вместе. Вот, может быть, самая перспективная история на Северо-Востоке и вообще в Азии, о чем говорить. Экология. Экология очень тесно связана с энергетикой. Здесь как раз мы все об этом и говорим. Но и глобальное потепление касается России не в последнюю очередь. Я уже говорил об этом на двадцатке, по-моему. У нас в России, по нашим данным, по данным международных экспертов, в 2.5 раза потепление идет быстрее, чем на планете в целом. И это несет для нас определенные угрозы, в том числе, прежде всего, на северах, где, как вы правильно отметили, населенный пункт у нас на сваях построен на вечной мерзлоте, и возникают вопросы, что и как нам делать в этой связи. Но
мы поддерживаем все международные усилия по этому направлению. Как известно, мы поддержали парижские соглашения, взяли на себя достаточно серьезные обязательства сократить выбросы на 70%, примерно 75%, от базового 1990 года. Кстати говоря, страны Евросоюза взяли более скромные обязательства от этого же базового года 90%. Они берут на себя обязательство сократить выбросы на 60%. Кстати говоря, сейчас вот говорили про электромобили. Вот только что международные организации зафиксировали впервые в новейшей истории резкое падение продаж электромобилей. Есть этому определенные причины, но у нас не только потепление связано, и экологические проблемы связаны с потеплением, они еще связаны с использованием газомоторного топлива, большого количества этих машин в крупных городах, использование различного вида топлив, в том числе углей, в системе ЖКХ. Это все лежит в программе, которую мы подготовили для улучшения экологической ситуации в стране. Это одна из проблем. Вместе с тем, хочу отметить, что глобально структура российской энергетики одна из самых зеленых в мире. Более 1/3 нашей энергетики приходится на гидроэнергетику и на атомную энергетику. И более 50% на газ, который, как известно, является наиболее экологичным видом топлива из всех углеводородов. А мы все-таки страна, богатая углеводородами, это наше конкурентное преимущество, и мы никогда не должны забывать, что мы должны эффективно это конкурентное преимущество использовать. Но, конечно, мы не должны стоять в стороне от основного тренда, не должны не думать о том, что будет завтра, наоборот, обязаны заниматься современными альтернативными видами энергетики, в том числе водородной энергетикой. Мы это делаем. Мы за последние годы ввели 800 мегаватт мощности как раз из возобновляемых источников энергии. Мы над этим работаем. К 2024 году планируется ввести 4,7 гигаватт мощностей из альтернативных видов источников. Только что с нашими финскими партнерами, с компанией Fortum, ввели ветропарк очень хороший, занимаемся и солнечной энергетикой. В общем, и целом мы считаем, что этот тренд абсолютно правильный, и, безусловно, будем делать все для того, чтобы реализовать наши планы по экологической проблематике. Спасибо большое. Позвольте мне перед тем, как поблагодарить участников сессии, поблагодарить владивостокцев. Во-первых, этот город дал очень много волонтеров для форума, и спасибо им отдельное. Во-вторых, он стал не только платформой для форума, но и тем местом, где дорогие делегаты. Потратите, пожалуйста, побольше своих денег, чтобы город получал побольше налогов. И главное, он становится действительно в наших глазах новыми воротами на Дальний Восток России и России вообще. Поэтому отдельное спасибо Владивостоку и его жителям. Давайте прямо поговорим. Ну и отдельное спасибо премьер-министру Абе, премьер-министру Моди, президенту Абдалге, президенту Путина за участие в этой пленарной сессии Восточного экономического форума. До встречи. Спасибо. Thank you.